Итак, ребятки, всем привет, всем добрый вечер, с вами МДШ, мы начинаем наш сегодняшний стрим, он сегодня у нас поздний, потому что я был на сходке, да, мы сегодня встречались с Бьюрием Кэт, Греем и Эдрианой, вот, Эдриана просто приехала в Питер, там, в командировку, вот, и мы виделись, я вот оттуда, как сказать, пораньше, рано ушел, короче, у меня было сделать кое-что, ну там дела, короче, работа, вот, и меня позвали в РП, потому что там что-то какая-то жопа у них, вот. И вот, так что мы врываемся, друзьяшки, мы врываемся, вот, значит, надо включить ТС-очку. Подключимся мы к сервачку. Я и то не все еще дела, я там. По виде самолета. Что? Чё? Кто? Когда? Зачем? Почему? Там какая-то новая заставка, я слышал. У нас на BrewRP. Ой, BrewRP. Фу, блин, до сих пор привычка дурацкая. 27 человек, кстати. Так, сейчас. На проекте чиллаут, конечно. Сорян. Там музыка, за которую банят на на Твиче, поэтому музыку мы, наверное, не послушаем. А. Вот так вот там. Ладно, все, хватит баловаться. Мы поняли, что за песня. К сожалению, послушать мы ее не можем. Да-да-да. Сейчас просто ивент проходит с гонками, но он еще типа в самом начале. Как-то так. Все, успокоились. Отлично. Так. Привет, привет, ребят. Всем привет. Так, погнали. Надо бежать. Надо бежать. Бежим. Надо скорее быстрее. Вот. Так что сейчас мы погоняемся, я думаю, немножко. Пару часиков, потом я пойду дальше работать. Вот. Адам 1-3, ситуация урегулирована. Преступник обезврежен. Класс. Феномин, привет. Олег, привет. Наберус, привет. Градорма, привет. Шигити, привет. И Сталкин Волк, здравствуй. Всем здорово. Здорово. Шадейс, привет. Всем привет, ушки, ребятки. Всем привет. Так, я надеюсь, я сейчас смогу свой мотоцикл взять, а? Отлично. Так, шлемофон. Ебое. Так, что-то тиховато как-то. Что у вас там? Просто шаги есть, да, без проблем. Придумывают себе ники, а потом говорят, нет, ты меня так не называй. Хорошо. Адам 6-7, патрулируем 7-й район. Сейчас я нарвусь на них, кстати. Или нет? Да я понял, да, что они заняты. Thank you.
Так, давайте выйдем на смену. Закрыл же, да? Да, если они не болтаются, то все норм. Блин, два направляйте, господа. Линкольн 15 вышел на смену. Добрый вечер. Добрый. Добрый день, мэм. Здравствуй. А, простите, а где Макс Пейн или его напарник? Так, сейчас спрошу. Секунду. Ага. Линкольн 15 запрашивает информацию о Уильяме 10, либо Уильяме 8. Они на смене, да? Да, Уильям 10, еду в участок. Вас тут дама ожидает. Сейчас приедет напарник его. Спасибо. Да, нет, что. Как самочувствие? Да нормально, немножко разбитый, уставший. А так, в принципе, в целом все хорошо. Как вы говорите? Да нормально. Ох, Нортон, я смотрю, тебе хит-юнит дали. Честно? Что? Мне страшно. Слушай, да, я прокачусь, ты не против? Да. Иди пока с девушкой разберись. Да. Прокатись с ним. Возьми этого толстенького. Пристегнуться не забудь. Точно. Радом 6-7, заехали на заправку. Какая же она тяжелая. Линкольн 15. Линкольн 15 слушает. Доставай ее. Сейчас, минутку. Я хит-юнит хочу опробовать. Нортон сказал, она неповоротливая. Понятно. Что Нортон сказал? Она неповоротливая. Да, сейчас проверим. Ты же понимаешь, что она обидится на тебя и будет плакать. Я понимаю, капитан. Я всего лишь на минуту. Где вы так говорите? Да, и вправду не очень поворотливо. Ну, конечно, она тяжелая, она для этого не предназначена. Чисто останавливающий эффект. А потом пробитые колеса, закипевшие двигатели. Ой, да что вы на меня напали-то? Сейчас я уже еду обратно в ПД. Урим 2, Урим 10. Я, в общем, привез этого мужика. Нашли... Да твою мать! Приехали по вызову, мужчина, в общем, она вообще не поворотна. С ножом, сковал у него да? нож, ты живой? Сковал кокаин да. И 58 кусков. Отлично. Кусков. Так, человек тоже уехал, хорошо. Ты ничего не видел? Да, она даже не поцарапалась, лол. Я конфискованное все вот это брошу. Куда? К Билли. Ну как вам? Ну неплохо, неплохо. А, Нортон, не забудь машину закрыть. Постой туда, поохраняй, пока он не вернется. Есть. По звуку курум. Ну, звук это ладно. Хит-юнит это машина, останавливающая действие. То есть она должна врезаться и так далее. То есть в таком плане. А Speed Unit, он чисто гоняется, чтобы из виду не потерять людей. Линкольн 15 взял Speed Unit.
У нас есть свободные юниты для объединения, Вадим? Один ездил, только я. Блин, два. Да, тормоза скручены, кстати. Может нахер, а? На Линкольн 15 отправляюсь на патруль. Улим 10, вы займетесь преступником или нет? Займись ты. Линкольн 15, всем юнитам. У меня, кажется, с машиной какие-то проблемы. Она не тормозит. Чего? Какая-то проблема с тормозами, капитан. Я живой. Ну, я еду сейчас в центре города. Пытаюсь коробкой тормозить. Тормози коробкой. Стараюсь. Так, вроде легче стало. Мы тебя видим, мы за тобой едем уже. Сейчас попробуем с тобой тебя затормозить. Пит-юниты пересеклись. Я сейчас попробую это самое в занос уйти, у меня скорость уже не такая большая, и потом буду стараться двигаться в ЛСК. Ну давай. Улим 2, Улим 10, а вы его как поймали? Ну, точнее, он успел причинить перед девушкой или нет? На 15, езжай прямо, мы скоро догоним. Я уже развернулся. Улим 2, Улим 10. Тормози коробкой, мы сейчас попробуем тебя остановить. Видим Линкольн 15. Все целы? Целы. А остальные? Твою же мать. Ну, нет, не два спид-юнита. Меня подрезали. Какого черта? Меня вон та тачка, вы видели? У меня все есть на этом, на бодикамере. И на камере машины. Давай, твою мать. Открывай капот. Почему ремень не сработал? Я была пристегнута. Мимо нас гонщик проехал на красный. Господи. Ну капот открыт. Адам 6, даже помните, да, что двигатель сзади? Нет, не двигатель. В смысле, блядь, двигатель, я не про это. А. Ты сбил меня, блядь. Кто-то подкрутил тормоза. Вы что, меня убить хотите, капитан? Подожди. Жду. Своим двигателем, блядь, не то начал проверять. Ничего страшного. Не ругайтесь. Так, ну передних туп... нет. Ну охеренно, чё? Давайте я как-нибудь аккуратненько сейчас до ЛСК доеду. Не знаю. Не двигайте. Толкать. Без тормозов. Говорит Вильям 10. У кого есть при себе сейчас бортовой компьютер, который может пробить информацию о машине? Что это у него за тачка такая?
И господь задних тоже нет. А у нас бортового компьютера нет. Говорит Вильям 10. Есть кто-то на связи? Да, я проверила бортового. Так, ну надо вызывать. Я знаю. Слушайте, капитан, мне кажется, тормоза что? Начали работать после прошлого ремонта в ЛСК, когда Шакс ее ремонтировал. Что? Опять этот Шакс? Походу. Я думаю, тогда надо не к нему ехать. А в Бенни, например. Я его лично... Отшакаете? Слышь! Ты сейчас на работе! Да. Давай кабанчиком. Что говорит? Интересно, мне... Написала два каких-то номера, что они выехали, механики. Ну что ж, сейчас будем наблюдать Mortal Kombat за нашу машину. Fatality. Госзаказ все-таки. Ой, блин. Я смотрю, вы тоже на новой машине? Линкольн 6, ты где там? Да, какая. Сэр. Почему на ней портовый компьютер не работает? Он же на панели на Г, да? Линкольн 6, Линкольн 1. Это же, по-моему, Таурус, да? Я не помню точно. Здорово, Кацман. Господи, с этими ушами! Линкольн 1, тут заместитель главврача хотел с вами увидеться. Он чуть позже подъедет в ПД. Вильям 10, код 6. Господи, с этими врачами, что у них там хлебом намазано? Две новые. Вот это, я так понимаю, и хит-юнит. Да, что ты спрашивала, у меня уши... Я поняла, заложила, да. Я спрашивала, почему в ней бортовой компьютер не работает. Потому что это не маркированная машина. Какая разница? Большая. Ну, компьютер там есть вообще. Линкольн 6, как ты? Ну, не на всех. О, нет, только не Шакс. Здорово, Жен. Почему он первый приехал? Ну что? Там Шакс, ближе. Ты объяснишь, ты козел. Отсутствие тормозных шлангов на этой машине? Не знаю. Джимми, куда же делаешь шланги? После твоего ремонта они пропали, походу. Я в аварию попал, чуть не сдох. В смысле? Не, он водить тут просто не умеет. Да он в коромысле! Твою же машину я вчера не разбил. Ничего бы разбил, я бы тебе глаз на жопу натянул. Я сейчас тебе глаз на жопу натяну. Давай ремонтируй, чтобы все было чики-пуки. Ну, ее надо, это был СК транспортировать. Так ты... вот нахрена ты на флотбезе приехал? Давай транспортируй, твоя работа. Сейчас. Ох уж этот Шакс. Местный клоун. Есть 4. Так видите, что она даже не это. Кто у него год мод стоит? 18 это Лестер. А. Манчи заворуют там. Так, что там с задержанным этим? Грей, привет, сейчас. Да, что, дома уже? Вы имя его выяснили. А кого там задержали, Грейс? Не знаю. Так, прием, алло. Да, вас слышно. Я говорю, что задержаны? Детективы вроде занимались. Интересно, да. Так, нахер этот трусик? Нахер этот трусик, сейчас. Нортон давно на связь выходил. Он сэр, 6. Там угон, может, поедем съездим, пока тут разбираются. Выезжайте, я разберусь, ладно. Давай, давай. Угу.
Блин, ребят, загуглите, что это за тачка. Это Таурус или нет? Форд. Я застегнулась. Таурус, да, это? Ну вот. Адам 1-3, направляемся по последнему вызову по угону с ходом 3. Линкольн 6. Линкольн 6, ты меня пугаешь. Великолепно. Попробуй сесть в нее. Я уже додумался об этом. Молодец. Дебил, ты что творишь, нахер? Видел? Блин, вот отрежут себе крыши, блин, и катаются под грузовиками. Форсажи и насмотрелись, придурки. Так. Ты видел, Скайф, ты видел? Ой, надо, кстати, вот не это понял. Вот. Ты видел, херня ты видел? Какая-то. Надо обязательно. Вот где не машина, а говно какое-то. Понял? О! Наконец-то. Красиво. Поехали. Вообще думал тебе пешком отправить? Ну ладно. Шаг, лучше молчи. Чё, как день? Херово, я только вышел на работу и уже разбил спид-юнит. По твоей милости. Да я ничего не знаю, я не при делах. Ну, конечно. Ты мне лапшу-то не вешай. Не, я сегодня уже покушал. Ага. А я нет. Так, ну все, жди тут, выходи. Угу. Так, а как мне загнать-то? А, толкать. Блядь. Да, полгорода, походу, хочет разнести. Все нормально. Да-да, все хорошо. Все нормально. Капитан, вы там у него хотели узнать что-то. Да, что там по ты можешь помочь толкать? Не-не-не, все нормально. Ну, ладно. Да, все затолкаем. Теперь. Да блин, вы это пускать. Самое. Вы даже право на выигрыш не даете. Вы ездите, блин, с гуд-модом, конечно, блин. А у нас все тачки в хлам. Ну ничего, мы вас поймаем. Всех помяжу. Да, чатик? Да я знаю, что не однодневная. Ну, блин. Все равно. Давай, я верю в тебя. Я верю. Как приятно смотреть, когда люди работают. Смотрите, Грым мне так и не ответил. Че он там? Дома уже или нет? Бескрыл не приехал, он заболел. Кум вроде как приехал, но слишком поздно, когда я уже уехал. Ну ладно, тенки. Да, журналист вообще не. Хардерпе. 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 Рпе хард. Уильям 2, Линкольн 1. В общем, преступник подходит под описание Ари... в общем, под описание заявления Арилы о ее нападении. И о нападении на нее. А ты Фернандо, что ли? Да. Его зовут Марко Фернандо. Интересно. Она указывала заявление, что у него густые усы, у этого тоже есть густые усы. Густые! У него густые усы! У нас, блин, столько людей с густыми усами, прям пипец просто, ура! Ну, если он что-то там нарушил, то все по протоколу. Так я приехал только после того, как его задержали. Я не знаю, что он там делал пока до того, как его задержали. Спросите. Так я... Уильям 2, Уильям 10. Может, это Арио Лэнс вызвать для опознания?
чтобы не было. Можешь дать мне вообще на вечер? Так, ты вылазь, не... Шакс. Теперь девочкам попадай. Давай счет мне уже. Я видел его около медцентра, да, только что. По 10 задерживал, но на 5 баксов. Так, смотри, мне тебе, короче, поставить Брэмбо задние, вообще хорошие, новые, так все нормально будет. Ты эти самые шланги поменял? Да, шланги, тросики, Брэмбо все поставил, все нормально. Ладно, спасибо. Надеюсь, больше не сломается. Надеюсь. Давай, ладно. Удачи. Он чао. Подходит под описание изменения Орелы. Ага. Падение на нее. Как у него густые усы, как и в заявлении. Линкольн 15, машину починил, отправляюсь на патруль. Тогда капитан тоже подходит под описание. Ну да. Там в описании было густые усы, а обращались к нему как Фернандо. Это Марко Фернандо. Тоже густые усы. Да, давайте, короче, это самое. Я сейчас подъеду. Сейчас подъеду в этот, в Юникорн. Кто-нибудь еще, ну, обычный юнит, кто-нибудь подъедет тоже в Юникорн. Сейчас ее туда отправим. Этому мужику сказать, чтобы он ожидал просто. Он все равно, в принципе, задержит. Да, да. Во-первых, так. Блин, пипец, там чуть-чуть нажимаешь, она просто вообще летит. Здравствуйте, лейтенант. Ну, здорово. Так по-скромному сегодня к нам пожаловали. Да, слушай, ты нужна нам на опознание. Там вроде как поймали человека, который на тебя напал. Да ты что, серьезно? Серьезно. Так что давай, поехали. Поехали. Линкольн 15, сори, Лэнс, направляемся в полицейский департамент на опознание. Отведите заключенного в досмотровую. Ну, опознание. Сейчас мы приедем. Комнату опознания отпустите подозреваемого. От лестницы налево, насколько, чтобы вы помнили. Какой именно лестницы? Там внизу рядом с лестницей. Ты же камеры не снимает? Внутри нет. Нет, ты, прикольная машина. Когда спускаешься вот вниз, налево первая дверь. Сколько выжимает? 220 минимум. Я пока в клетку посадил, у меня, судя по всему, код 200. Блин, как же круто работает быстрой полиция. Надо же, я даже не думал, что его найдут. Ну, а ты что хотел? Мы просто мои герои. Да, Линкольн 15, вы там далеко. Уже УПД. Понял, сейчас мы переводим его. Давайте, заводите его, мы сейчас спустимся. Стой, стой! Стой, 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 стой! Что такое? Подожди. Вы с ним на улице стоите? Нет, мы ведем его в комнату. А это не вы, что ли? Пойдем. Это безопасно, точно? Угу. 100%? Так, становимся перед разметкой. Спасибо за фоллоу. Так, проходи. Все остальные, эти, инструкции это вам скажут. Это немножко страшно. Оставайся. Не волнуйся, я рядом. Защитишь? Конечно. Так, привел. Так, добрый день. Инструкции такие. Вы ничего не говорите, только киваете. Это понятно? Да. Отлично, пройдемте. А, киваю как так? Да вот так вот кивать будете просто. Угу.
Отпустите руки. Повернитесь боком. Другим боком. Спиной. Вильям 10, код 7. Узнали? Так, вас понял. Адам Шенкин. Мы закончили его. Уводи его. Десять. Пойдем, пойдем. Ну а чё, опознание просто. Ну ты как? Ну, если честно, я очень рада, что его поймали. Слушай, ты можешь мне напомнить, какого числа это было нападение на тебя? Ну, это, получается, было в пятницу, по-моему. Ну, а поточнее... Или не в пятницу, подожди, сейчас, секунду. Ну, не знаю, вряд ли. Да это ивентовый чувак. Это было в четверг, скорее, вот вечером. То есть ночью с четверга на пятницу, я так понимаю, да? Ну, это был вечером в четверг. А во сколько примерно по времени? Ну, часов, наверное, в 10, в 11, вот так вот. В 10, в 11 вечера, ага. Я точно прям конкретно не помню. Угу, я понял. Так, сейчас. Линкольн 15, Линкольн 1. Я тогда отпускаю Арию, да? Тебе больше не нужны никакие... Да. Сейчас будем разговаривать с этим. Ну она-то нам не нужна, я так понимаю. Ну она все показания дала. Что она может еще сказать? Ну, получается, все. Ладно, я разберусь, короче. Пойдем. Да, ну да, ты, вы все запомнили, да, как там происходило? Ну, просто там в прошлый раз, когда я подавала заявление, парень, который принимал его на стойке, сказал то, что он не записал. Ну и потом, типа, ну, капитан... вообще записано. Ну, ладно, сейчас давай в машину сядем, расскажешь мне еще раз. Тебе точно тормоза починили, стрелять? Да. Ты что, без тормозов ездил? Угу. Так на тебя похоже. Очень смешно. Садись. А кто сказал, что я смеюсь? Не знаю. Так, слушай, мне там доложили, что ты не помнила место, где это произошло. Ты можешь сейчас, вот, ну, если мы поедем, показать? Я могу сказать примерно, где это было, да. Давай, поехали. Слушай, это, ну, в район пляжа надо точно двигаться. Хорошо. Просто дело в том, что мы хотели... Блин, у тебя это уже как бы не является тайным. Мы просто хотели с друзьями организовать там вечеринку. Да, уже сильно. Вот на этом пляже. Но, видимо, попали не в тот момент и не в то время. Понятно. Мне, кстати, уже давно ничего не присылали, никаких сообщений. Ну, вот это меня и настораживает. Как бы это ни было затишье перед бурей. Привет, ребят, всем привет. Так, ну ты, если что, координируй, куда ехать. Так, ну, пляж, знаешь, где этот зал спортивный? Примерно помню, да. Нам туда. Угу. Мне кажется, это очень важное и срочное задание. Можно включить мигалки и проехать по полной, заодно покажешь, на что оно способно. Слушай, ну, по городу это довольно опасно. Ну, ты же хороший водитель.
Местами, да. Да, знаешь, сейчас такие тут гонщики развелись, что, блин, аж страшно становится даже на этой машине. Так, мне кажется, где-то вот налево, здесь левее надо было ехать. То есть это не первая улица была, мы не доехали до пляжа. Тут и говори. Подожди, я уже не помню, я была за рулем просто. Адам 6-7 расформировал. Так, нет, не здесь. Свободный юнит, желающий покататься на спид-юните, есть? Так, не здесь. Так. Слушай, это похоже очень, если я помню это, вот эту площадку. Вот. Тут? Слушай, вот это место, да. Так, ну пойдем. А та, я не пойду туда. Погоди, а там, где это там не было? Опасно? Я это же вот с там тобой. Вот впереди. Он хотел парковаться, паркануться на халяву, заехал поэтому туда. И парковаться негде было. То есть там это внутри было, да, где-то? Да. Ну пойдем сходим. Здесь точно безопасно, да, нас безопасно. Никто не попадет. Безопасно, не волнуйся. Нету свободных юнитов, да? Точно, я спрячусь за тебя, ладно? Слушай, если хочешь, я могу пистолет в руки взять. Ну, лучше да, если учесть, какой здесь вообще контингент обитает, то что лучше на самом деле с пистолетом здесь ходить. Угу. Ну, короче, вот где-то здесь это произошло. Все. Они начали по нам стрелять, и мы быстро свалили на машине. Угу. А в плане свободные. Я не могу точно сказать, но место, потому что я не Адам помню. Меня Адам расформировался, я на спид-юнити. Но это вот этот переулок, 100%. Какой-то Линкольн. Ну, я понял. Ну, тогда ясно. Нет, походу. Ладно, хорошо, тогда хочу один ехать, будем тогда разбираться дальше. Чтобы никак. Ну, уже в ходе расследования с этим задержанным. Спасибо тебе большое. Да не за что. Косинка, ты злой? Почему злой? Не, обычно. Работа же. Пытаюсь разобраться, что тут да как. Я поняла. Ну и ладно, я надеюсь, что этот подонок будет наказан, потому что у меня до сих пор, видишь, даже шрам, мне кажется, останется, скорее всего. Да я вижу, да. Некрасиво. Ничего. До свадьбы заживет. Пойдем. Ну да, когда она будет, это уж точно заживет. А как вы его поймали? Слушай, это детективы там вроде занимались. Или кадеты даже его задержали. Я, к сожалению, там на смене не был, еще не знаю, не спрашивал. Я как узнал, сразу к тебе поехал, поэтому. Линкольн 6 закончил смену. 10-4. Слушай, а че? Я не знаю, короче. Но я тебе говорю, мне кажется, что это были вот эти вот, как их, латиноамериканцы, как группировка это называется? Вагасы? Да. Или ацтеки? А я не знаю, они, а как они выглядят, ацтеки? Ацтеки бирюзовые, ну у них такие банданы бирюзовые. Вагасы, там на желтых машинах желтые банданы. Блин, я не могу, честно, вспомнить цвет одежды всех, потому что я помню этого белого, как бы, а остальных я не помню, но они были явно в какой-то разноцветной одежде одеты. Угу. Так, ты пристегнулась? Нет. Пристег... А ты хочешь прожать? Я просто боюсь, что ты можешь покалечиться на этой машине. Уже не раз такое было, что мои пассажиры не пристегивались и потом плохо кончалось. Не переживай, я неубиваемая, мне кажется. Угу, да-да-да. К тебе проблемы липнут, как, я не знаю, как к ежу эти грибы. Слушай, это да. Поэтому давай не будем еще создавать проблемы. Знаешь, мне кажется, мне надо посадить дома, чтобы я сидела дома, вот, и занималась, цветочки выращивала, и может тогда со мной все будет в порядке. Кстати, интересная идея.
Домик с чистоколом. С чистоколом? Это что такое? Это звучит как какой-то кол для вампиров, нет? Нет. Или ты да, куда ты будешь маленький заборчик. Или да, куда меня приковывают на цепи на какие-нибудь, чтобы со мной ничего так, не случилось. Так, слушай, я понимаю, у тебя сексуальная фантазия бурная, но давай без цепи. Она весьма обширная. Я заметил, да. Ого, 170. Ну это мы в горку едем. Слушай, а я тут на самом деле сегодня пару раз видела машины этих стритрейсеров или что-то в этом духе, ездили с бешеной скоростью, грацевали, там крутились вокруг себя. Ну а ты думаешь, чего я ламбу взял? Поэтому и езжу на ней. У нас сейчас какая-то банда. Ты бы хотел тут себе ламбу? В смысле, свою? Да. Нет. А какой бы хотел автомобиль? Ой, не знаю, я сейчас перед выбором стою, что покупать. Но я спорткары не люблю. Не мой формат. Мне кажется, тебе идет. Не знаю. Вон у меня, мне этой хватает вполне. Ну, это просто так не покатаешься. Ну, это да. Тут я с тобой согласен. Слушай, ну что, надолго уедет этот говнюк? Ну, нападение гражданского, да. Я думаю, что там по полной. Я не знаю, чего они хотели от нас, но я думаю, что они хотели либо машину у нас угнать, либо, я не знаю, деньги. Ну, мы просто реально просто вовремя срулили оттуда. Угу, я понял. Сразу в клуб уехали. Так что не волнуйся, все будет хорошо. Сейчас я поеду, разберусь как раз с ним. И я думаю, что улетит он на достаточный срок. Точно? Абсолютно. Обещаешь? Да. Правда-правда? Правда-правда. Правда-правда-правда? Правда-правда-правда. Так, только 4 раза не надо повторять, а? Окей. Ой, смотри, у тебя уже гости тут. Угу. Ну ладно, пойду всех поить. Лейтенант, вы тоже заглядываете, как будете посвободнее? Да, хорошо, обязательно. Хорошей службы. Давай. Здорово. Шакс, опять ты! Шакс, я тебя арестую когда-нибудь, ты меня достал. А может погоняем, девочка? Нет. Ну? Линкольн 15, направляюсь в полицейский департамент. А, Уильям 2, вы мне нужны. Да я и не собирался с тобой гоняться, у меня дел по горло. А если нарушать сейчас буду? Шакс, пожалуйста, не... На, не беси меня. Джимба, дай пока нет, покатай. Отстань. Вон, иди с Нортоном погоняй. Понял. Линкольн 15, Уильяма 2, вы на смене? Мы доставляем преступника в этот федеральный тюрьму. А, 10-4, я понял. Зачем? Блин, открыто. Опять кто-то не закрыл заднюю дверь. Не могу знать.
Так, Линкольн 15, код 6, пару минут. Отойти надо, ребята, сейчас вернусь. Пока можете прожать кнопку follow, вступить в паблик ВКонтакте и в Discord. Все ссылочки в описании, также вот вам они в чатике. Так, ну что? Сейчас ему Нортом там на своем гоняется. Да-да-да, он его просто убьет там. Боюсь, Шакс будет Нортом на спирте разрывать. Выгонять будут. Ой, блин. Блин, ну да, там хит-юнит вообще жесткий. Слушай, прокатился я на твоем этом хит-юните. Тоже страшно, да? Слушай, ну да, я там даже немножко влетел. В поворот это на ней прям... Поворот вообще жесть. Но она не да для даже... этого же сделана. Она чисто вот как это... Как выстрел из пули. Да. Даже на 60 она в поворотах заносит ее. Да-да-да. Блин, что делать? Вот как обычно, вот выходишь на смену и тишина, спокойствие, и сразу бухать предлагают. Не говори, вот вообще. Мне уже Шакс два раза предложил погоняться с ним, блин. Не, он мне прям жил только бухнуть. Ну, после вчерашнего-то это самое, понятно. Ну, я не помню, что вчера было, короче. Я очнулся в камере, сказали, что было все херово, я кому-то в машине насрал. Ох, Нортон, ты меня убиваешь. А, Вильям 2, Линкольн 7, направляемся на заправку. Ну, я помню, что он в меня вливал что-то алкоголь, а потом как-то... А там 1-3, направляемся в полицейский участок. Ну да, я помню это. Ты там разбил свою тачку еще. А, да, я пытался ее найти и не нашел. Но она была на пляже последний раз. Ой, ну ладно, хотя бы одного этого задержали. Ага. Долбанные эти группировки, блин, достали. Нападают на кого ни попадя, блин. Это да. Только ни одного из них не видел. Ну вот, сегодня одного. Я увидел. Ну, а теперь он будет долго куковать на нарах. Это хорошо. Так, блин, мне Уильям 2 нужен. А, кстати. Линкольн 15, код 7. 10. Гатишка, привет. Мимо бар проезжал, там все бухают, гуляют. Да, я же там был, я же эту начальницу сюда привозил на опознание. Прокатил ее на спид-юнити еще. Уильям 2, код 7. О. Линкольн 15, Уильям 2. Прибудьте в полицейский департамент, у меня для вас информация есть. 4. Ну все, ей хана. Она в любом случае уже сядет. Ой.
ты сегодня бухать не пойдешь? Не знаю. Я там слышал это, ну, читал рапорты, что какой-то самолет приземлился, короче, там какие-то гонщики опять появились. Да, сегодня были около медцентра гонщики. Они, короче, карету скорой помощи окружили, не давали ей проехать. Охренеть, совсем оборзели. Я чувствую, что они нам еще дадут просраться. Слушаю. Рядом есть? В данный момент нету. Посмотрим, я не знаю, как это играть. Да, хотелось бы проверить вообще, что у них за тачки, хотя бы одного встретить, посмотреть. Да вот да, я бы тоже посмотрел. Потому что если это другие какие-то черти, не те, которых мы ловили, то это очень даже интересно. Спасибо за фото. Насколько у них тачки круче наших? Слушай, ну не знаю. Блин, даже в городе это будет проблематично, тебе на хит-юнити их толкать-то, блин, это же пипец. Да, чтобы не убить. Нужна никого. Прямая. Да не только даже прямая, чтобы людей не было, тут же люди везде ходят. Мы же не будем город закрывать. Это да. Сейчас я его пошлю туда, насчет камер. Вон капитан вроде. Угу. Тоже ему вон тачку новую, этот Таурус выдали. Так всегда. Женщина. Да. Началось-то. Твою мать, что за фигня? Так, ладно, пойду переговорю. Mm-hmm. Так, пойдем. Да-да-да, сейчас я альтапнусь, подождите. Так, сейчас, минутку, подожди. ...5029, да, был вот этот? Короче, смотри, свозил я Арию на место, где на нее напали. В общем, дистрикт 5029. А, там переулок. Сейчас, подожди-ка. Угу. ...29, говоришь? 5029. Там на нее напал этот мексиканец. Это там, где я шмотки Пейна нашел. И кровь там брали. Ага. Так, а стреляли в него где? Стреляли у него, сейчас скажу, дистрикт. Дистрикт 7033. Угу. И там же на 7033 нашли анализы крови Арии, да? Нет, анализы крови нашли, код 1, насколько я понял, 1, там, где я шмотки Пейна нашел. Это 2, в дистрикте, который ты сказал, 5029. Ага, то есть там, где Пейна, в Пейна стреляли, там... Там и ее, да, да, да. Ага, понятно. Блин. Вот в том-то и дело, я об этом писал в чат наш. Я полицейский. Понял тебя. Так, хорошо, тогда отправляйся. Ты был вообще вот там, где... Я был, я осматривал и, ну, все эти дистрикты, ну, там, где в него именно выстрелили, была ну, камера видеонаблюдения. А там, где нашли кровь, ну, дополнительно, где я его шмотки нашел, там камер нету. Там написано, что ведется видеосъемка, но именно камер самих я не видел.
Понятно, блин, хреново тогда. У нас там нет ничего, ну, никакой доказательной базы. Если только по времени смотреть. А, кстати, она сказала, что это было, короче, получается, в четверг в районе 10-11 вечера, вот так вот где-то. Ну, она примерно сказала. По времени, вот второй вызов поступил ко мне в 2:50 ночи, уже в пятницу. Это получаю во второй... Ну, через 4 часа где-то примерно после того, как... То есть сначала на нее напали, а потом вызов был уже... О том... Ну, сначала вызвали в центр города, там ресторанчик какой-то, вот. Угу. А потом второй вызов как раз-таки вот к пляжу там. Понятно. Блин. Пейн говорил из нападавших... Ну, это и камеры подтвердили то, что из нападавших какая-то девушка была. Подожди, а он в нее не стрелял, когда в том месте? Пейн? Да, около ресторана. Сейчас посмотрим, мне это записано. Потому что у меня что-то было понимание, что он выстрелил, и там тоже должна была быть кровь. Олег, мне кажется, вы запутались, блин, нафиг. В общем, рассказываю хронологию. Так. Пейн подходит к своей машине, к нему подъезжает мотоциклист и стреляет в него. Ага. После чего подбегает девушка, которая была с Пейном, вызывает медиков. Угу. Медики приехали, из-за угла выбегает толстый мужчина. Угу. И человек, приехавший на мотоцикле. Наставляет на пушки на медиков, заставляя их сесть в машину. Девушка остается на месте и вызывает полицию. Когда скорая уезжает вместе с мотоциклистом. Мотоциклист на мотоцикле уехал. Угу. Стрельбы от Пейна, я так понял, не было. То есть он не успел ничего сделать. Понятно. То есть у нас мы не сможем доказать, что это была она, получается, да? Да. Поэтому вот я это и имел в виду. Дерьмо. Давайте передам заявление, точнее, документ, где обвинения ей все перечисляются. Да, хорошо. Не обращайте внимания на эти... Видом 10, еду за гонщиками. Так, ладно, то занимайся. Если чё, код 13. Да, хорошо, всё, давай тогда. Линкольн 3 и Линкольн 7 объединились в одном 3-7. Линкольн 15, сажусь в подъюнит, еду к вам. Ваша 10-3. Линкольн 7. Вилим 10-10-12. Так, где вы сейчас находитесь? Где гонщики сейчас? Они отправились назад. В сторону парка. Парка какого? Кубического. Ага, ну мы здесь. Координат свой отправил. Нужна помощь. Сейчас окажу. Не понял. Ты звонил, Дэвид? Они очень были быстрые. И что произошло? Я улетел. Соседишься? Соседишься? Почти. Я еду уже, почти приехал. Я к херам разъел с кафе Хит и Стран. Сам-то живой? Да, мне что будет, а вот кафе полный. А машина? А чё машине будет? Твою мать. Ну охеренно просто.
Я и так скажу, я увидел этих гонщиков и скажу прямо. У них машины в два раза быстрее, чем наши. А если считать, что это еще в дрифт улетает... Ну, ты понял. Да, я тебя понял. Вызывай механиков, чё? Я не знаю, как тебе помочь. Ай, попробую её как-нибудь толкнуть, не знаю. Меня кто-то сфоткал, что ли? Пин мне Лидаряна подарил. Атом 37, код 1.1. Я вижу твое сообщение. А, тяжелая зараза, не тот. На ее хрен не толкаешь. Слушай, ну она на ходу, нет? А? Она на ходу? Да, да, да. Ну все, тогда давай отправляемся дальше-то. Линкольн 15, еду по последнему вызову. Вильям 10, осуществляю 10-2. Вильям 10. Это самое, быстро очень не разгоняйтесь, потому что ваша машина опять улетит куда-то. Обнаружили на парковке спидрейсеров. Держи труда. Нахожусь рядом с ним. Наблюдай. Да-да-да, вижу их прямо около биржи. Веду преследование красного спорткара. Он заехал на парковку. Гоняемся с ним по парковке. Выехали с нее. Наблюдаем двух, троих даже на стоянке за биржей. Остановить не получилось. Преследуем. Преследуем одного с зеленым неоном. Я за красный еду. Будем за такси ездить. Проезжаем возле ПД. Он попал в аварию, попал в аварию. Едем под. Нет, продолжай движение. Мимо парка Кубов. Да что ты говоришь? Может, мне уехать, что ли? Я попал в аварию, но нормально все. Ты живой? Да. Оказывайтесь. Больно, конечно. Не забывайте пристегиваться. Красный спорткар попал в аварию. О, две машины столкнулись. Дальше поехали. Толкаются друг с другом. Три машины уже. Фиолетовая, сине-белая и красная. Еду за красный. Парк Кубов. Продолжаем преследование зеленого. Не, он разотрезанный, но не он зеленый. 10-4. Блин, разогнался. Блин, ну они там в новую клинику... Ну они сегодня не будут сдаваться, я стопудово говорю. Выехали на спад. Я езжу по промзоне сейчас за красным. В сторону Кубов. По шоссе или еще по встречке едем. Въезжаем в район Ацтеков. Сворачиваем с дороги.
Едем в горы. Блин, жалко, что мне фару разбили заднюю. Это некрасиво. Кто-нибудь почините мне машинку. Веду преследование в горах. Езжаем с шоссе. Но все еще на нем. Двигается по встречке. Ну, 2-10-12 монтироваться надо. Выезжаем на шоссе. Едем в сторону Сэнди Шорс. Потеряли зеленого. Видим фиолетового. Продолжаем преследование фиолетового. Еду по шоссе Паламина на центральное шоссе западное. На восточное, извиняюсь. Двигаемся по бульвару Эльрани. Блин, вдвоем-то проще, мне вообще не отвлечься. Проезжаем федеральную тюрьму. Едем дальше, в сторону Сэнди. Ну-ка, я по прямой его догоню. У нас снимать одна и та же скорость. Блин, ну может уйдет, кстати. 225, короче, наверное, снова. Да. Потеряли из виду фиолетового. Еду за красным спорткаром по шоссе Синора. Проехали Сэнди Шортс. Едем в сторону Палета. Вообще, да, есть смысл, но просто пипец, блин. Преследую синий спорткар и в сторону Сэнди. В общем, я не могу догнать этот красный спорткар, мы едем с ним с одной скоростью. Два спорткара преследую. Вы сейчас в сторону Сэнди едете? Да. Сейчас разворачиваюсь и еду к вам навстречу. Точнее, гонку. Что, 9-7, что? О, блин, бензин. Линкольн 15, заезжаю на заправку. Бензин кончился. Блин, я не пристегнутый был. Блин, да, я так понял, у нас AR-юнита нету. Что? Я не понял. Не говори, что она не работает. Тут работает. Блин, да, фиолетовая машина едет по шоссе Лос-Анджелес. От города. Здесь еще синяя машина. Белым неоном. Да, надо по одному, но... Ну, мы пытаемся. Что-то делаем там, не знаю. Что тут получится? У красного может кончиться бенз? Ну да, по идее может. Да не, почему града? Он может кончиться. А он не читерский быстрый, он обычный. Через консоль заправить. Ну чё ты сразу это самое? Может не заправят, может забудут и всё, хана. Нормально всё будет, ребят. Линкольн 15, вы или мы 10? Вы сейчас где находитесь? Проехали Сэнди, едем дальше. Адам 37, выдвигаемся на восточное шоссе, попробуем с другой стороны заехать.
Пытаюсь прострелить колеса. 10-4. Наблюдаю зеленый зеленый автомобиль! Ну я живой. Ты как? Да живой. Запрашиваю его место машины. 7-2-15-2-10. Черт. Да по компьютеру, мать твою, посмотри, где GPS у него. У меня не работает. Линкольн 15, Speed Unit 1 выбыл из гонки. Что за Ну, к сожалению, тут было лобовое столкновение с гонщиком. Почему он выжил, я вообще не понимаю. Да я ему в колеса выпустил. Да понятно. У меня машина все, она не на ходу даже. У меня на ходу еще. Ну им вообще посрать. Да, я понимаю. Ладно, вызывай механиков. Капитан, у нас есть автоматическое оружие бронебойное? Не колеса бронированные просто. Я говорю бронебойный автомат с бронебойными патронами. Преследуем фиолетового по восточному шоссе. Отойду-ка я с дороги. Красный находит шоссе Грайова. Лос-Сантоса движется в сторону города. Вернулся обратно. Нет, там не в этом дело. Какой северный твою город? Мать, а Шакс опять приедет. Вообще неубиваемая. Черт. Короче, я в город за автоматом. Вот давай, я не знаю. Возьми, да, самое тяжелое. Капитан, Вильям 10, направляйтесь в город, полицейский участок за крупнокалиберным автоматом. Линкольн 15, ожидаю механиков. Машина не на ходу. А разрешите открывать огонь по колесам, если будет возможно? Разрешаю. Разрешаю, если рядом нету никого. Так, ко мне еще один механик собирается ехать. Ну не, вот что. Тогда наверное. За мной тут уже начали гнаться. Машины зелеными фарами. На шоссе Лос-Сантоса движусь в сторону города. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, если кто в городе есть. Еду в сторону города. Сейчас возьму автомат, попробую им колесами пробить. Также преследую красный автомобиль. И в сторону города. Почему я не вылетел из тачки, вы не знаете? Я должен был вылететь, я не пристегнут был. Ребят, вы поймите одну вещь. Вы как бы, ну, не горите с этого. Просто это не однодневный ивент. Продолжаем преследование по шоссе Грейтов. Вот, поэтому такая фигня. Потому что не ты врезался, а в тебя. Ну, там неизвестно. Да, да, походу мне очень повезло. Кстати, тут есть рядом это мастерская, они могут там меня починить. Скорости не было. Развернулись в обратную сторону, двигаемся. Им лейтенантом будем проходить. Можете попробовать поставить шипы. Я еду к тебе. Алло, да, я уже понял. Тут, кстати, еще кто-то принял вызов. Так что. Вот, их жопа. Еду я. Я понял. Долго тебе ехать? Я уже на трассе еду. А, ну хорошо. Блин, у них тачки супер крутые. Я потом попрошу, чтобы, ну, когда мы всех поймаем, покажу вам все эти машины. Ну, я надеюсь, что мы поймаем.
Так что я говорю, ребят, не горите, это реально, это на несколько дней, там, ну, дня на 2-3, наверное. Вы видите, что даже, как бы, ну, это глобальный именно ивент. То есть не как вот раньше были там однодневки. В зрителях бы побольше, чтобы на партнерку тянуть уже. Не, ну на самом деле очень круто. Ребят, вам всем огромное спасибо, что вы смотрите. Это прям, вы супер, супер поддержка вообще от вас. Давайте, кстати, ребят, вот кто не прожал кнопку follow, прожмите, чтобы нам добить 4000 фолловеров. Осталось всего чуть-чуть, там осталось 31 человек, по-моему, даже уже меньше. У тебя скорости нет, что у тебя прилив на торможение откидывало вперед. Зато тебя откинуло. Пока потеряли визуальный. Я не знаю, как это работает на самом деле тут в РП. Шаг можно. Че? Ну да, да, кто-то, я согласен. Какие шипы, ребят, на трассе шипы? Вы чего? Чтоб гражданские перебились? Ну кто так делает? Блин, могли бы здесь погонять, я хоть посмотрел бы. Было бы круто, если бы сейчас кто-нибудь впилился бы в эту тачку, а? Где, предположительно, они находятся? Шоссе Great Ocean, один фиолетовый был. Мы потеряли в виду в сторону Лос-Антоса ехать. Движемся в сторону Лос-Антоса, если будет ехать навстречу. У них бескамерные покрышки, они не пробиваются. Спасибо за фоллоу. Сейчас этот самый Нортон возьмет, не знаю, пулемет. Я нахожусь возле парка кубов. Если вдруг, идите сюда, если что. Буду принимать. Строй заслон из гражданских. Отличная идея. Я не буду отыгрывать в аварию сильную. Вот, ну не буду и все. Потому что, блин, они ездят, я тоже вот так хочу. Сделайте мне тоже точку неубиваемую, блин. В окна стреляй. Барьеры поставить. Ну, блин. Не, ребят, так не работает. А, их надо измором брать, чтобы вы понимали. Разрешите преследовать их без мигалок по шоссе, потому что гражданские очень неадекватно на мигалок реагируют. Разрешаю. 10-4. Что-то я хотел сказать. Их надо измором брать, чтобы они врезались во что-нибудь. Просто реально вот ездить за ними до посинения. И все, и будет ок. О, едет, 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 хороший мой. Что случилось? Лобовое столкновение. Че, эвакуируем? А? Эвакуируем ВЛСК, поехали. Слушай, ну, либо ВЛСК, я знаю, тут, кстати, в Палето есть какая-то мастерская. Вот, кстати, точно, забыл про неё. Слушай, вон, смотри, второй приехал. А, все, опоздал. Ну, вообще, да. Делай на будущее пометку, что РСПД там, потому что у нас с вами же контракт, 50% как раз. Больница сейчас вот так и делает, а не МЦ ставит. А, ну окей, я буду ставить ПД тогда, окей. Так, сейчас это, тройзик сюда. Друзья, сюда. Извините, но у нас с ними контракт. Да понятно, я уж что, если уж приехал. Да. Сэр, руки разомните. Сука, сюда. Друзья, сейчас это загрузим. Ребята, вы чё ремонтный комплект? Ой, Джимба, опять твоя машина, сейчас проблемы были. 13 штук валяет. Что же она у тебя такая тяжелая эта штука? Ну, слушай, это, зато это не хит юнит, который вообще там 3 тонны весит. Хрен загрузишь. Ну извини. Так, может, она открыта, если что. 37, код 4. Не, мне не надо. О, поехали. Что ты делаешь-то? Как ты так умудрился? Ну, ехал по встречке, и в меня влетел один из стритрейсеров.
Понял. Ехал по встречке, полицейский. Хорош, молодец. Ну, я хотел на опережение. И в гроб сразу. Ну не, нормально, повезло. А если бы не выдержали? Ты удивишься, но я даже не успел пристегнуться, я только отъехал на заправке. И я даже не все хорошо. Из нас двоих ты дурак. Нет, все хорошо было. Я даже, ну, из машины не выпал. Ну, слава богу, тебе повезло, тебя бог любит, походу. Ну да, сегодня мой день, надо в казино идти. Ну, поехали. Знаешь, где тут казино? Работающее, да. Да его нет пока в штате. Понял. Смотри, у тебя там подружка появилась? Да, типа того. Да, хорош, раздёшь в моих глазах. Вышел, ебучие выстрелы. Я всё, на мальчиков пора списывать его. А, кстати, завтра не обращай внимания на меня особо. Хорошо, на мой внешний вид. А что будет завтра? Я там проспорю маленько. Мне придется в платье ходить. Шакс, ты меня убиваешь просто. Мы не стреляли. Понял? Под контролем. По-моему, кого-то скоро уволят. У меня три машины, да, да. Это 4, 5. Кто хочет, все вместе едут. Подождите, а что там за стрельба была? Можете повторить, а то я прослушал. Я стрелял под спорткаром по колесам. Что у них тут есть? О, бампера есть, отлично. Из грёбаного автомата. Слушай, ну задний бампер вон валяется, можешь его забрать. Отрихтовать. Ну передний вот тоже, кстати. Давай помогу хоть. Давай. Пошли. Ага. О, блин. Тяжелый, зараза. Да, да, железный нигер. Давай, кидай его сюда. Угу. А, передний. Ну, это полегче должно быть. Ага. Так, что? Да что, там еще еды дофига. Вот где сейчас находитесь? Так, сейчас бамперами разберем. Так, что у них тут? Угу, вот, молоток. Стрит. Чего, я сейчас в палето в этом, в мастерской, мне тут Шакс ремонтирует машину. Давай за тебя, к тебе сейчас заеду, будем в Атом объединимся. Да подожди, ты же на хит-юнити был. Да. А где он теперь? У меня, я к тебе заеду. Так а зачем? Мне сейчас машину, в смысле в Атом? Вторую машину вы как заберете? Да. Езди на хит-юнити, я буду на спид-юнити. Я могу сесть вторую, все равно машины никуда не катят. Ну давай, ты где находишься? Только не подкручивай там ничего, ты вообще вот в прошлый раз он отлично настроил. Хорошо. Ну, отлично. Да я бампера приделаю. Да я понимаю. Сейчас что-нибудь будет, нахер. Капитан меня убьет когда-нибудь. Возможно. Он меня тоже когда-нибудь убьет. Хотя говорят, он меня установить хочет. О-о. Ну он это, строгий. Я заметил, поэтому я не против. Да. Нет, он не тебе нужно сильное будет. Воспитание, да. Так, 35 баксов, потому что это еще далеко. Всё. Спасибо вот, тебе. Все, давай, удачи. Давай, пока. Линкольн 15, присоединяюсь к гонке. Есть 4. Они где-нибудь там, ну, обнаружены в гонщике? Они все на город уехали. Ехали, как раз таки. Едем по западному шоссе в сторону Палета. 10-4, я сейчас по лету еду вам навстречу. В сторону города один едет. Через туннель. Там осторожнее поглядывайте на GPS, если увидите нас, потому что мы едем без поисковых. 10-4. Будем здоровым, еду в сторону города, преследую одного из гонщиков. Я тогда к кубам выбегу. Хорошо. А по какому шоссе вы едете? Шоссе Сенера.
Так, я еду по Great Ocean в сторону Лос-Сантоса, пока никого не наблюдаю. Наблюдаю одного. Троих, двоих, троих. Где вы находитесь? В Дэнни проезжаю. В сторону Палета? В сторону города. Мимо Сэнди. 10-4, еду в город. Так, Лидериан, я сделал это самое за сколько? За 40 минут работы еще, ну, не все доделал, и меня в РП там позвали, потому что, ну, блин, они не справляются нифига. Тут ивент опять. Я зашел сюда, так что. Вы что, как посидели? Не, ну работа-то. Ну, завтра работа, это завтра. Я про сегодня же говорил, что мне сегодня делать надо. Я делал. Еще буду ночью делать. Да блин, ну понедельник, тяжелый день, ребят, ну реально. Да господи, я тебе потом этот пин могу скинуть. Обычный пин с собакой какой-то. К вам кум-то приехал в итоге? Или вы еще до сих пор сидите? Блин, как бы их поймать-то, а? Просто администрация — это хорошо, у них есть план, а мои никак не планируют ничего. Мне приходится все в РП делать. На танке нормально тема. Адриан что-то не отвечает. Да я могу потом фотку скинуть. Напомните только мне. Я сделаю фотку. Зачем искать-то что-то? Когда вы меня сфоткать успели, мне интересно. Я чуть не помню, что вы меня фотографировали. Там из-под тяжка, что ли? Я нахожусь около больницы, вижу три. Три машины. Двигаемся по шоссе Синаров в сторону города. Да. Я въезжаю в город с Great Ocean. А машины пустые. Что? Но машины пустые. 10-3, скидывайте ваши быстро, и все направляемся туда, по кому. Около больницы, около главного входа. Все понял. Все юниты, все туда направляемся. Это что такое? Не забывайте свои автомобили закрывать, когда выходите из машины. Блять! У меня что-то не поворачивалось. Я что, в воздухе, что ли, был? В смысле они тачки сменили? Они не могли тачки сменить. По крайней мере, это глупо. Блин, за проект сеть. Да, услышно. Тут гоночные машины, две стоят около ПТА. Может, их дисконнектнуло? Хотя вряд ли, не должно было быть такого. Масштабный краш, понятно. Наблюдаю около парка кубов красный автомобиль. Прибыли.
блин. А что ты делаешь-то? Колесо постоянно дергает. Машина пустая. Сука! А, вон они. Нортон, ты охренел? Преследуем зеленый йод, человек. Нортон, не в городе ж стреляй, придурок. Я оценил обстановку. Да, в принципе, стрелять по ним бессмысленно. Свернули под шоссе. У него тачка мега неповоротливая. Свернули на Glory Way. Развернулись на Bridge Street, теперь на West Mirror Drive. А я не туда поехал, что ли? Повернули на Никола Авеню. Так, хорошо. У них стандартный маршрут, они сейчас все поедут. Ого, я таких длинных не видел еще. Спокойной ночи, Градор. Возле МЦ есть или нет? Возле МЦ уже нет. Преследуем по бульвару Эль Ранчо. Линкольн 15, подъезжаю к медицинскому центру. Вас куда? Наверное, в участок, а что вообще происходит? Гоняемся за гонщиками этим. Я заметил, я даже выстрелы, блин, слышал из автоматического оружия. Это Нортон. Развернулись назад в сторону города. Ой, ладно. Да, я поехал дальше. Так, куда вы сейчас направляетесь? Сейчас асфальт мокрый, будьте предельно осторожны. На пределе видимости перед нами. Ну поехали. Заехали в промзону. Блин, хера ее мотает. Вы после моста направо повернули? Да, направо. Двигайся по мосту. Сигнал стоит. Так, двигаемся по Dutch London Street, теперь по бульвару Эль Ранчо. А в промзоне сейчас кто находится? Вильям 8. Вильям 10. Понял, понял. И Вильям 2. Так,
Выехали на шоссе Элизиан. Что-то там. Фил. Мне сложно без второго пилота. Блин, да что ж такое-то? Чё-то не поворачиваешь, что он так и скорость маленькая. Не понимаю. Он прыгнул с моста. Куда? Суицидник, что ли? Вниз. А где вы находитесь? Потеряли визуальный контакт. Недалеко от МЦ, подвязка. Там Фокс и Грейс, и я вот сейчас тут рядом езжу. Грейс, ну походу надо лететь. Я не полечу, как вы что, с ума сошли? Я вас вот не боюсь. Ну ты же будешь пристегнутый, с тобой рядом будет капитан. Какая разница? Ты будешь смотреть я только в камеру, тебе не нужно там ничего больше. Я на балкон не могу зайти. Какой самолет, вертолет, вы че, с ума сошли? Ну ты хочешь на спид-юните тогда ездить? Я и так на нем езжу. Я имею в виду за рулем. Наблюдаю, черный спорткар едет в сторону гетто, преследую его. Очень большая скорость. Блин, я потерял его из виду. А, нет, вижу его. Заезжает на заправку. Поздравляю, ты нашел меня. Ты идиот. Кстати, она тоже заправится, пожалуй. Отличительная черта гонщиков, у них есть неон под машиной. На такой скорости нифига не было видно. Может, эту машину подлатать, а то зада-то нету. У кого? А, ну, я понял, это у меня. Глюки. Галюны. Ну что там, Бороди дали спидов или что? В смысле? Толку от вертушки, чтобы она нас направляла. В смысле жесткий? То, что из автомата по вам стреляет? Да потому что, блин, вас не поймать. Я его поддерживаю даже в этом. Слышь, Нортон, ты пистолет-то вытащи из бака. Чё? Да говорю, пусть он пистолет из бака вытащит. Она вроде закрыла её опять. Не могу. Хреново! Можешь машину тогда отвезти? Да. Сейчас я дозаправлю её. На трассе Фокс и Борода потрепали нервы, да? Блин, молодцы. А кто на синей тачке? Кто в меня впилился, блин, со всего маху просто?
Сморг? Пипец, блин, вообще красавчик. Ну, по сути, он должен был... Ну, блин, я не знаю. Я понятно, что вы сдаваться не хотите сегодня. Но мы бы вас взяли, на самом деле. Блин, ламба мне не нравится, на самом деле. Мне не нравится вот ее перед. Она такая, блин, прям потекаемая какая-то вся. Не знаю, хз. Я не люблю спорткары. Да-да-да, а мы такие, блин, все, берем их, и тогда бы у вас было бы просто замечательно. Так. Будем завтра, кто-нибудь наблюдает гонщиков? Нет. Да, блин, много тачек обтекаемых. Просто, блин, не знаю, мне это не нравится. Я бы хотел себе геттер, только геттер, который управляемый, а не вот этот вот хит-юнит, который, блин, просто убийственная машина, блин, ее реально разбить 5 секунд. Капитан, у вас все хорошо? Помогите! Не помогайте! Да, я не знаю. Он просто неадекватный. Опять ты тоже самое сделал? Они все ближе и ближе к вертолету. Ага. Это точно. Или нет? Пусть бегает, побежит патруль. Давайте. А потом она недовольна, что я ее бегать как-то заставлял. Ой, эти юные детективы, блин, как тут, прям. Вот это Ева Сейс была, она реально за всем городом прям следит, думает, что все обо всех знает. Уильям 2 и Уильям 10, у вас там все в порядке? Управляем в ПД. Едем в ПД. 10-4. Там сейчас весело. Все закончилось, по-моему. А. На ком она? Ну, таксист, по-моему. East Joshua Road. Да мне плевать.
Да в смысле закрыт? А я был опять не пристегнут, что за фигня? Да. Ну давай. Да. Вот сотрудник падает что-то. Я полежу. Водички дать попить? Да сколько можно? Значит, говорит, отпусти, отпусти. Давай сюда. Она головой обстреляет. Куда? Давайте. Да не ударилась, я легла. Лежит она, господи. Вы меня убиваете. Я встаю. Сюда иди. Я встаю. Все, пошли. Не бойся. Господи. Удачи тебе, короче. Давай, ты справишься, мы верим в тебя. Я не полечу никуда, вы что, с ума сошли? Как ее вообще это самое, это... Тестировали-то в полицейской академии. Как ее в полицейской академии это, блин, тестировали, если она... А, чё? Ну да. Да, спасибо. Пипец, у нас автопарк теперь жирный такой вообще. Наши машины говно. Ты про свою черную ласточку? Мы их догнать даже, блин, не можем. Да в смысле? Они едут с такой же скоростью, как и я. Каждый. Ну вот красный точно. Я прям вот ехал вот один в один скорость. Там 225 где-то. Мэм. А что, вы никого не поймали, что ли? Пока нет. Нет. Спокойной ночи, Стэн. Идите сами, поймайте. Так а дайте мне машину нормально, я их поймаю. Ха-ха-ха. С машины каждый может. Даже на спид-юнити не может. Машина каждая, вы что не можете, а? Мы-то... Редли не поддержал наш канал и говорит, вам просто нужен мотобат на мощных аппаратах. Нет, не сегодня. А, я про сегодня. Сегодня какие-то вообще не... Так, мы работаем над этим. А вы скажите, стойка такая агрессивная. Да, длитесь, что ли? А? Длитесь, что ли? Нет. Ладно. Я злюсь. А вы чего? Может, вам прыгнуть надо, лейтенант? Не знаю, может быть. Вот, другое дело. Как огуречь? Твою мать. Линкольн 3 и Линкольн 1 с Ладом 3.1. 10-4. Redline, спасибо тебе за поддержку. Спасибо, спасибо, спасибо. Патрулируем 3-й район. Фура? Какая фура? БТР. Что еще придумаете? Да, блин. Какой ОМОН? Ушел в России, что ли? ОМОН. ОМОН-РА. GTA RP.
Это необычный GTA. Ух, ты издеваешься, да? Дядь, у тебя там... Как скажете? Или нет? Подождите, или не скажете? Скажете или нет? Да, скажете. Отлично. А там меня еще заставляют. Что за люди пошли такие? Баны просят. Альта боишься тут из-за них, понимаешь? Попариться в баньке? Не знаю. Я не знаю, я не понимаю. Honda Accord. Нужен еще модератор, короче. Я вот сейчас все думаю, кого бы модером назначить, кто постоянно сидит на стриме, кто участвует в жизни канала, и все такое прочее. Даже не знаю, кто это может быть. Что-то тихо стало, да? Может, отдыхать пойти? Ну, ребята молодцы сегодня. Вон они там все. Между прочим. Дело в том, что дело не в алкоголе, а то, как Стрит, он на вас я действует. Сопротивлялся, ко мне алкоголь вливали? Да. Вот. Да, да, да. Насколько долго он сопротивлялся? Стрит, лейтенант, а в тебя вливали? Да, тоже сопротивлялся. Да. Ну, отлично. Так на кого мне внедрять в банду? Грейс или что? В какую меня? Банду? В банду гонщиков. Давайте на я буду в банде смотрение. Гонщиков за $2000. Так, мэм, вы вообще что тут делаете? Я хочу $1000 получить. Да свою, мне все равно, что вы хотите, мэм. Подожди, какая $1000? Которую мне обещал детектив, который, блин, подстрелен. А теперь, короче, еще и меня чуть не убили сегодня. Он, опять, он написал, того, что... Что меня никто не защищает. Мисс, он написал, что он сейчас на больничном. Как вернется, он вам выплатит данную денежку. Так он же сегодня был. Он ненадолго заехал к нам, отправился видели. В койку, у него там плохо. А зачем он тогда отмечался, что... Ну, пускай он сам разбирается, он не, слушайте. Он не выходил на службу. Хорошо, что понятно. Мне делать, если меня еще раз попытаются убить? Типа, просто бежать, да? Нас в смысле? Вызываете? Стоп, никто а не, кто, сгори, кто, не горит кто, скопов вообще, у нас офигенно. Кто пытался вас убить? Я выдала детективу информацию, да. За которую меня могут общем... убить. Его подстрелили, и теперь за мной гоняются по всему городу. Ей бывает. Поступил вызов, да. Когда она приехала на вызов, там был мужчина с пистолетом и в черном шлеме и серой одежде. У Евы горят, да мне насрать. И ага. Она успела скрыться. А в каком районе это было? На парковке, которая не центральная, да, а дальняя парковка, которая. В Веспуччи, которая, что ли? Ну да. Так. Может, она тогда с Пейном пускай разбирается, а не с нами? Мы-то тут вообще каким боком? А при чем здесь Макс Пейн? Типа, полиция не должна защищать, если меня хотят убить? Да я про так деньги. Так а чем мы вас можем
Под защиту свидетелей? Ну да. Ну хоть как-то. Обратить? А, ну окей, пойдемте оформим вас. Сейчас в другой штат вас переведем, поехали. Просто чего вы хотите-то, я не пойму. Типа, блядь, хоть что-то полиция должна делать. Ты лол, что ли? Ну все, как бы вывод перца. Так. То есть, типа, вы меня сейчас оформите, и все, что я буду делать, это жить на севере, правильно? Да я не знаю. Ну, вы можете выбрать штат. Так, мэм, если вы будете со мной так разговаривать, я сейчас вас выкину отсюда, хорошо? Давайте. Ну, уходите. Что, прям вот сейчас? Ну, я не знаю, вы же не хотите со мной нормально разговаривать? Я с вами нормально разговариваю, вы нет. Мэм? Да. Ну, так что, мы делаем по-нормальному, или вы меня будете дальше грубить там и... Мне просто соседний штат вообще ничем не поможет. Ну, хорошо, расскажите, что с вами случилось, кто вас преследует. Я не знаю, кто, в этом-то и дело, и никто не пытается это выяснить, вот в чем проблема. А кто сказал, что мы не пытаемся это выяснить? Да потому что все ссылаются на Макса Пейна, который очень болен, очень, болеет прям пипец. Ну, он не один тут детектив, у нас да, целый отдел. Да, в этом-то и дело, я это твержу вам уже третий день, и всем абсолютно насрать. Ну, это вы так думаете, что всем насрать? Ну, мне прямым текстом это говорят, что никто вашим делом не занимается. Спрашивайте Макса Пейна. Кто вам это сказал? А, блондин, как минимум, еще плюс какой-то офицер, который я тут встречала. Угу. А, Уильям 2, подойдите, пожалуйста, на ресепшн. Да, реально насрать, я согласен. Так, Игл, давай, рассказывай, что она вообще от меня хочет, я ни хрена не понимаю. Сейчас, секунду. Я так понял, она хочет под защиту свидетелей, потому что она боится за свою жизнь. Я хочу, чтобы выяснили, кто вообще насколько, на меня охотится. Так. Да, насколько я понял, она выдала информацию о избиении какого-то афроамериканца, детективу Пейну. Так. Вот. За это она говорит, что ее могут пристрелить. Угу. А сегодня, сегодня же это было, да? Да. Сегодня она поехала на вызов, работает таксистом, вот. Приехав на вызов, она увидела мужчину в черном шлеме и серой одежде с пистолетом в руках. И также, секундочку, перебью. Черный мужчина в черном шлеме, вот это вот, ну, черный, если черной одежде, я это имею в виду. В черной одежде, в черном шлеме. Я причем не знаю, мужчина это был или женщина, не поймешь за этой одеждой, потому что все было слитое, как бы. Совершил нападение на афроамериканца. Они его, ну как, не знаю, избили или что, я не знаю, чем они там его пырнули и бросили в этим, в подворотне. Трое было человек. И теперь точно такой же человек в черной одежде, с черным шлемом, пытается на меня напасть, потому что я это все рассказала Максу Пейну. И никто не пытается выяснить, кто были эти люди в шлеме, там, в одежде, неважно. Ну, смотрите, значит, насколько я сейчас что-то припоминать начинаю, значит, детектив Пейн... Это те, по которым мы ведем крик. Да, я знаю, я об этом хотел сказать. Так что, мэм, вы можете не беспокоиться, это дело ведется, и то, что я не знаю, кто вам сказал, что оно не ведется, это совершенно ложь. Мне два разных полицейских это говорили. Ну, мне все равно, я лейтенант полиции, я вам говорю, что дело ведется. Документы, которые вы, ну, точнее, ваши показания, они у Пейна, но они подходят под дело, которое мы уже давно ведем, поэтому как бы... Хорошо, то есть если еще попытаются напасть, там все такое, просто сообщить. Естественно. Да, сообщить где-то. Я не знаю, чего вы паникуете. Пришли, начали на нас орать. Типа мы такие херовые, я не знаю, ваши тараканы там в голове начинают говорить, что мы херовые. Я говорю, что там у вас? Делом не занимаются, поэтому ну вы ошибаетесь, мэм. Лейтенант, я свободен? Да, можешь идти. Вам сказать номер, кстати, по которому мне сделали заказ такси? Да, конечно, давайте. 95-117. Хорошо, я записала, я передам эту информацию. Все, спасибо. А знаете, просто как-то, я не знаю, поговорите с полицией, что ли, потому что они мне сообщают ненужную информацию, а я потом бешусь хожу. Да, ну вообще мы не обязаны вам разглашать ход расследования, поэтому... Ну, я переживаю за жизнь. Ну, не волнуйтесь, мы охраняем вас. И всех остальных в этом городе. Хорошо. Алло, прием, да. Линкольн 15, Уильяму 2, запишите номер, с которого был вызов в такси. 95-117. Я уже записал
10-4. Пусть идет лесом. В смысле? Олег, не надо так. Куда капитан делся? Не знаю. Я думал, ну, вон он в розовом. Это Шакс опять, что ли? Боже. Да-да. Вы подумали, это капитан? Ну, не знаю. Шакс. Да. Ты чё приоделся-то? Ну, прилично хотя сегодня выглядит, чё нельзя. Да ты раньше вроде неплохо выглядел. Не, завтра просто будет очень хреново выглядеть, поэтому лучше сегодня... А, сегодня надо хорошо выглядеть, да? Да, поэтому сегодня это, типа, набивай ещё статус. Угу. А чей это белый джип такой? Филипка. Чё за Филиппок? А, ну вот, Филиппок. Привет, Фил. Да, привет. Это Джимба. Джимбей. Да мы с ним знакомы. Рыба-человек. Чего? Прикинь, мы с ним год. Я понял, сейчас мне надо задуматься, извините. Давай. Какие же вы рыбы-караде? Чего? Кого? Ну, в смысле, Джимбей. Чего? Ну что, вы не шарите нахер? А-а-а. Ясно. Я нихера не понял. Ну, господи. Ща, как тебе объяснить, да? Да он молодой, просто мультики смотрит. Типа такой, он разминаешься, потом такой, это типа, на, там, типа, вообще. Аккуратно, полетел. Он сейчас плюнет, аккуратно. Не, я не плюю, не. Я водяную бомбу, но потом оставил. А. О боже. А вы что, бездельничаете? Нет. В смысле, работаем. Нет? Да, я вижу. Что, много поймал своим преступника? Конечно. Всех. А меня-то не поймал. Слышь, ты вот эту девицу знаешь на мотоцикле? Капитан, сколько... А, эту, да, это Изя. Светофор и знак пешеходный переход. Ну да, я тоже знаю ее уровень. Она же в клубе была, я с ней обнимался. Все вместе? И с ним обнимался, а он меня обнимал за талию. Да, я видел. Вот. Мы тоже много чего видели. Еще она пару раз меня подвозила в такси. Она какая-то странная, она с прибабахом. Ну да, я это заметил. Она мне ствол хотела купить. Да ладно. Да, и я сказал, ты что, дура? Откуда у меня ствол нахер? Слушай, она, у нее вообще какие-то навязчивые мысли, она думает, что ее кто-то преследует. Да можешь ее к врачу отдать, на самом деле. Вдруг она опасна для общества. Ну, не знаю. Ну вот встретишь ее в следующий раз, скажи, чтобы к врачу ушла. Блин, а если она меня за член укусит? А ты что, сразу ей болт показывать будешь? Не, ну мало ли у нее такая реакция, типа, защитная. Хрена себе. Блин. Это как она выработалась такая. Да, я побоялся. Она же женщина. То есть все женщины кусают за хер, да? Ну да, я так думаю. Я не везло тебе с бабами. Да, ой, слушай, кстати, я с тобой. Так я вам помыл уже машину. Смы? Они чистые, смотри, блестят. Ты в своей розовой кофточке помыл. А что с моей машиной? Она помылась. Походу. Твою мать, что с тачкой? Тряпочки протер. Куда ты бампер дел? Да и этот задний тоже. Какого? Называется. Шакс, смысле, твою мать, ты нормально. Чем его прикручивал? В смысле, у меня все нормально. Я тебе даже фотку могу отослать, если вы не веришь. Да ты гонишь! Вот, смотри, сейчас. Сядь, ну-ка сядь в нее. Погоди. Сядь. Нет, все увидишь сразу. Джимба, смотри. Ты какашку улыбнись. Да иди ты. Поехали. Грейс, ну как тебе это? Вот, проверяй фотку. А что я? Есть? Ну, как хочешь. Слышь? У меня все нормально. Она открыта. Как она тебе закрыта машина? Для меня. Да. У меня телефон фотки не показывает. Серьезно? Ну, короче, бампера все на месте. Ну, открой, давай сяду в нее. Ну, может, еще понравилось что-то. Ну, давай. Закрыто. Не, не могу, закрыто. Да, и сука. Самогон нравится. А, ну да. Хера себе. Мне кажется, лобовую лопнула. Так, Нортон, ты где? На мойке сейчас буду. Пока. Да у тебя так больше аэродинамики будет, нормально, пойдет. Какой аэродинамики, сука. Ладно, сейчас я его присобачу. Да, сука. Ну давай присобачь. Это Шакс так починил, типа, и... Да, ага. На стяжке, блин, повесил, их оторвало нахер. Я вон жвачку приклею сейчас. Ну я думаю, жвачка будет получше, чем стяжки. Так, сейчас на жвачку задний бампер приклеим и пока. Размазываю ее прям только. Растираю. Ух. Блин, вся рука липкая. Несите тряпку. У меня рука липкая. А сколько ты жвачки потратил на это? Упаковочки 3. В смысле, только одну? Да. Я посередине, короче, перехератил жвачку, все нормально. Ладно, пойду я ее загоню, пожалуй. Фокс, дай я тебя руку вытру.
Спасибо. Ну потом как броню все равно выкинешь. Я раздумался. По-моему, не похоже. Джим, выйди из машины, пожалуйста. Да иди, зачем? Давай я попробую тебе помочь. У него просто по-другому. Все уже нормально, что мне помогать? Точно все нормально? Да, все хорошо. У него, да, все нормально. Я вижу бампера. Все нормально. Я тоже их вижу на земле. Не, я прям на машине. Нормально. Ни хера себе. Надо на обоих проверить. Кого? Капитана, я вижу этих красавиц. Не оранжевый цвет. Так, не, геттер мой. Ну, если мне разрешат в какой-нибудь из этих машин ездить, я беру геттер. У тебя спид юнит есть. Так я говорю, если эти дадут. Ну, под прикрытием отец и сын. Вообще ништяк. Ну да, мы похожи, кстати. Ага, отлично. А кто их будет догонять на спид-юнитах? В случае чего? Ну ладно, ладно, я на спид-юните покатаюсь. Который, сука, не убирается в гараж. А. У меня машина тоже не убирается в гараж. Мы там, походу, проблему убили. Кататься поехал, что ли? Проверять, да. Ну-ка, я тогда это проверю. Нортон, я оранжевую пока проверю. Пипец, она тяжелая, конечно. У-ху-ху! У него два Линкольна 15. Там, если это так самое, что и у нас, вот черный вот это вот, на поворотах осторожнее будьте, а то там вообще пипец. Да, здесь 4. Ну да, она туговата, я вам скажу. Слушайте, ну получше по управляемости. Ну тоже она тяжелая, конечно. Да, но... Короче, Нортон, мне кажется, тебе надо зеленую брать. Зеленая даже 200 не едет. Хреново. И в повороты даже не входит. То есть она вообще у нее круг, радиус поворота совсем ужасен. Ну, оранжевая, кстати, тоже 200 не развивает. Я думаю, там, может, били, что подкрутят. Надо механикам отдать, да, нашим. Стал у них есть. 180-190 по городу. И это только по прямой. Зеленая тоже самая. Да, но зеленая, правда, в повороты вообще не входит. То есть только через ручник надо. Ну, правило, оранжевая также. Ну, сейчас проверю, тоже посмотрю. Не разбейся, тоже. Судя по всему, оранжевая такая же, как эта черная, на которой только что ездит, поэтому. Оранжевый выглядит лучше. Но вы
выглядит она, конечно. Попробуй на зеленый. Ну сейчас. Mitsubishi Eclipse. Давай, давай. Ну, с ручником, кстати, она нормально входит. Говно. Ну не, нормально, но так. Я 200 на ней разогнал. С трудом. Ну тут да, тут просто горки еще. Но это только по прямой, то есть если в повороты, то там, естественно, обычная скорость будет. Нет, кстати, слушай, 200 вообще спокойно я разгоняю. Не знаю. Сейчас еще попробуем. Вот 190, вот вообще держу спокойно. У нас проблема. Ты разбил машину, серьезно? Нет, Вильям 2 не пристегнулся. Ну ты красавец. И где он? Походу на Марсе уже. Ну да. Около парка клубов, если ехать на юг. Он чё, стоп? Сейчас палочкой потыкаю, смотрю. Нет, шевелится. Ну вы отжигатели. Вызывай медиков, чё? Ну тормоза-то хорошие, чё я сделаю-то? Ну да. Чё, в порядке, я жив. Ты там встать сам можешь, нет? Нет. Ну сейчас медиков вызовут. Попробуем, нет? Блин, я боюсь ее разбить. Тачка. 100 километров. Так, я отвлекли. Что там? Мать его. Он улетел на Луну или на Марс куда там. Ну, в общем, yep. Медиков ждут. О, я тоже был на марсианской войне. Чё? Привет. Сражался с хабалами. Да привет, привет, руки топать. С хабалами? Капитан, хабалы, я да. Просто перед светофором затормозил, а он... Так, старый, погоди. С каких пор ты начал пищать во время разговоров? А что ты тормозил? О, нет, он у меня шея начала влазить, ребят. Я тебе спинку дай помощь. Вот это нервный. Да отстань от меня! А если я? Капитан, давай. Вам надо попрыгать немножко, размяться. Да, поприседай там, Буба. Попрыгать. Да блин, я-то тут причём? А чё он Джимбея так обижает? Он вообще-то рыба-человек, гроза морей. Посейдон.
Да, Джимми? Где твои пираты? Пираты, твою мать, ты о чем вообще? Ну ты чё, не в теме, что ли? Да не в теме, я хрен знает про что ты вообще. Ой, господи, тухлый, интересный. Как ты живешь? Сколько тебе лет уже? Тухлый. 30. Господи, все, потерянный. Пошел ты. В смысле, я что, тоже потерянный, а да, ты знаешь, кто такой Джимбей, Гроза Морей? Кто такой Джимбей, Гроза Морей, ребят? Чё? Опять твоя поза. Почему ты еще здесь? У меня сегодня занятий нечем. У меня сегодня видео, я даже ничего не нарушаю. Я сегодня хотел сделать день без нарушений. Ребят, если вы не нажали кнопку фолл, нажимайте. Ну да, действительно, день без нарушений, ушах. Давайте сегодня добьем 4000 фолловеров. Сука, город на ушах. Может, ты пойдешь, не знаю, хотя бы газету украдешь у кого-нибудь, а? Я могу у Джимби тачку отжать. Это аниме. И сжечь ее. Можно? Джимби, ты же не против, если я лампу пойдем в архив зайдем? Да, отстань, а. Зачем? Надо поговорить кое о чем. Он, кажется, жахаться хочет. Я били мало. Мне, походу, нужна уже соломенная шляпа. Нет, там, блин, по поводу... О, такого. Ты тоже его знаешь, да? Мы тогда говорили об этом у КМЦ. О ком? Ну, Луфи, соломенную шляпу. Чего? Что ты несешь вообще? Пошли быстрее, господи. Ну, в смысле? Капитан, если медики не приедут, то... Ну, чё, телевизоры смотрят? Нет. Японские мультики не любишь? Ты какие? Аниме, давай, что ли? Ну да. Да фу, это же говно лютое. В смысле? Да в прямом. Не смотрю я такое дерьмо. Типа на One Piece, One Love, не? Не уважаешь? Чё? Ты еще скажи там какой-нибудь Ода Бог или что-нибудь такое. Не. А, да. Но он умер. Кто? Ода. Набунага? Я не знаю, кто это. Шакс, ты придумал. Ода Набунага, что? Ода Набунага точно умер. Вы о чем давно вообще? Давненько, да. Ямамото тоже помер. Шикарно, да, согласен. Твою Куросава. О, господи, о чем они разговаривают? Я не понимаю, Грейс. В смысле, это японская история, вы что? Ну, да, не любите японскую историю, нахер. Ода Набунага один из самых вот этих вот прославленных. Особенно мне жалко Куросаву. Куросава тот... Согласен, вообще мудак полный. Насрал, ага, бурот. Шо? Понятно. Я спряталась. Чё она у вас в кожаных штанах ходит? А бог её знает. Удобно. Чё, барбанить удобно? Ну, как знаете. Чё у них чего? В клубе? В каких я штанах ходил? А чё там в клубе? Там это вечеруха была или есть? Блин, нет? А мне нельзя в клуб, я из-за этого вместе поссорился. Вот тогда съездил, она думает, что я типа баб лапал. Так, ну нет, ты мужиков лапал. Клап. Так да. Я ей сказал, я Фокса трогал. Ты с Фоксом обнимался. Она не верит. Фокс? Что? Я вообще-то Фокса облял за шею, а он что меня было закалил. В Винникорне, осталось в Винникорне. Вот, да. Но мы не осуждаем. Нортон, да, вызывайте уже службу по спасению нахер, вы задрали. Давайте теперь тогда стрита обсудим. Давай, не. А я тут при чем? Да что стрит? Ты хорошо а умылся его ходили, в Юникорне? Ходили, лизали весь день. Что я делал в Юникорне? Умылся. Хорошо? Умывался. Условно кот был. Его облили. Ну вот да, вот я и говорю, что было в Юникорне, там и осталось. Ну да. Ванди все закрыли тему. Хорошо, что я не была в Юникорне. Сладкие поехали в Юникорне вместе. Мы тогда приезжали, было? А там голый Йети танцевал на барной стойке. Так это другой голый день. Голый Йети, а Йети бывает не голый. Не, не было. Это аниматор был. Там аниматор был, да. Чего он был? За которых вы стрелять пытались. Он был не голый. Вот дебилы. Без обид. Шакс, ты конченый. В смысле? Мне кажется, пора... А что такое кромысло? Деревянная это, такая штука. Это то, чем тебе можно по горбу постучать. Да, кстати. О, массаж? Это я люблю. Да, смертельный. А он с это, с кончанием будет? Как в Японии? Да, с гвоздями в шею. Не, я про другое кончание. Приятное. Не, ну если тебя коромыслом, конечно, ударить по одному месту, я думаю, у тебя будет хороший конец. Запомнишь навсегда, так сказать. Ну да.
А что по Вильяму второму? Я откланяюсь, секундочку. Да, давай был. А что с Вильяму второй? А кто Вильяму второй у вас? Кто это? Тебе так. Незачем знать. Кто мне пончик дает? Ну, точнее. Вам можно мне пончик? Пожалуйста. Нет. А ты уедешь, сходи, если мы тебе дадим пончик? Нет. Вот, держи обратно. Ты же сказал, что за ним приехал. Ну, я же с Филом приехал. Ему тогда тоже придется удалиться. Нет, я не поеду никуда. Поэтому я никуда не поеду. У меня денег нет, я бомж. Блин, хрена себе. У тебя 90 тысяч на банке. Я их сейчас потратил. Сколько? Я их вообще потратил. Сколько? У меня на банке сейчас 25 максимум. Откуда у тебя столько денег? 25 тысяч. Мне надо посадить бы тебя, а? Нет, мне надо сейчас купить передний бампер, задний бампер, надо купить новый глушитель. Какое-то говно еще хотел купить. А еще надо 125 тысяч на новое двигло. Сколько? У тебя двигло будет стоить больше, чем сама машина? Ну да. Ты конченый. Плюс. Почему? Я потом ламбу хочу купить. Чтобы Джим бы завидовал. Было бы чему. Сколько же торта стоит, кто знает? Он на полицейском ездит, а ты себе обычно купишь. Наверное. Ну, кстати, Даша. А если я угоню у него ламбу и перекрашу, это считается преступлением? Да. А номера, если на нем перебьет? Знаешь, что с тобой потом капитан сделает? А если он не докажет это? А ему плевать. Докажет. Шакс, я тебя отмазывать не буду. Я хоть и прекрасно общаюсь с Бубой, но я тебя отмазывать в этом случае уже не буду. Он сам захочет меня отмазать. Не захочет. Почему? Он захочет тебя расчленить. Не, я мужчин не люблю, спасибо. Ну, угу. Так что подумай лучше. Угу. Ну ладно, я подумаю. Да, ну, до свидания. А у вас татушки одинаковые? У кого? Ну, где? Да нет, у них я... может быть... О, Фил, да я нет. Теперь вижу ваши татушки, кстати. А я твои нет. А можете снять майку? Кто я... Зачем? Ну, мы заценим ваши татушки. Я не смотрю. Я не буду снимать майку. Да снимай, ну чё ты? Не буду. Ну покажи татухи. Смотри, да ты покажешь мне татухи? Снимешь вот майку? У меня на руке только и всё. Ну всю покажи. Нет. Да и у меня только тоже на руках. На спине. У тебя пенис на спине набит. Пенис у тебя на спине набит. У меня на спине мисти набита. Чигар, у тебя на жопе это нету? Чтоб твой парень узнал, кто был у тебя первым, Шакс. Ну то над моим парнем будешь ты. Буба, где ты уже сказал, мне неинтересно теперь. Давай, снимай рубаху, будем смотреть. Сейчас сниму. Зачем я попросил? Она мать. Чё, рубаха? Ну? Ты задел за нахер обратно? Да ща, погоди. Вот, извините. Клинайся. Ну ты прям Пикассо, блин. Сам рисовал, что ли? Нет, это этот... Рикардо. Я нахер не могу. Вы это не видели? О, ковыляю. Да. Вы это не видели, это на завтра. Да, вы уже поминки? Привет, Седой. Ты скажи мне, Игл, как тебе полет орла? Как там на Луне, рассказывай. В натуре орел. 5 минут летел, приземлился хорошо. 5 минут полет спокойный. Сгруппировался? У нас нет проблем. Полет нормальный, да, сгруппировался. А где вы летали? Куда? Куда надо ехать? Тоже хочу. Да, около парка кубов. А ты да. Не пристегивайся в машине, полети. Да нет, он не, просто что, перепутал дурак, кнопку катапультирования и пристегивания. Да. Зачем вам эту кнопку доперили? Там, короче, красная кнопка была, вот, в машине. Ты подумал, что это ракета, да, там? Не, я подумал, это подогрев сиденья. Оказалось, ракета ты. Да. В итоге сиденье не подогрелось, оно это... Улетело. Дезонтировалось. Слышал, там единорог открылся. Я уже говорил, да, об этом. Капитан, Nissan тачка охрененная, но мощи бы ей.
Мощи? Чьи? Матроны? Да можно в багажник. Купим связку коней и прицепи к Ниссану нахер. Пусть мощь будет. Действительно, на парочку лошадиных сил станет больше. У лошади, между прочим, не одна лошадиная сила. Началось. Это запрещенная тема, как я понимаю, да? Я не в теме. Я тоже. По-моему, то ли 4, то ли 7 лошади. В смысле? Не важно. Не, ну давайте разберем. А почему? Так я не знаю. Боже мой, куда мы лезем? В Википедию зайдем, там вон компьютер есть. Сейчас она так, раз. Она великая фанатка лошадей, она сейчас сонит. Поехали. Куда? Да. Да, мы в единорог. Давайте, ребята, отдыхайте. Давай. Поехали с нами. Да. Давай. Слышь, Нортон, поехали бухать. У меня бухло еще осталось. 20 ящиков водки. Поехали. Кого? Я предложил Нортона, еще звони, у тебя номер есть. Так, Нортон. Так, держи его. Ну, закроем его просто. Держи. Нахер, закрывайте двери. Так нету больше замка на двери, сами убрали. Да в смысле? Я его держу. Закрывай. Ну, нахер. Держи его на мушке. Дернется, стреляй. Мы тебя будем кодировать, Нортон. Ну что, в камеру его? Он вчера очками умудрился камеру открыть. Мне кажется, мы его не удержим. Надо полностью раздеть. Его... Не надо его раздевать. Машину обосрал. Проще его напоить, он сам разденется. Все нормально. Не надо его напаивать, не говори вообще про это. Можно чайку, пожалуйста? Да ради бога. Ромашка. Давай, вставай, все. Сейчас заварю, схожу. Вставай. Вот, держи. Я его внутривенно колю уже. А у вас есть, да? Сейчас, концентрированный. Нортон, давайте сразу в две вены. С двух сторон. Передразнишься же. Баш. Пей. Можно прям в жопу. Сердце. Хрена себе предложение. Ну только если Нортон согласится, да. И вы уединитесь. Ну он так предложил сегодня мне адреналин вколоть. Полегчало. Это радует. Я походу к урологу сегодня. Я не верю. Так, приятного аппетита, Грейс. Я заканчиваю смену, короче. У тебя уколы вызывают аппетит. Линкольн 15 смену окончил. Да. Доброй ночи. Добрый. Вильям 10 смену закончил. Так. Подожди. А? Ты собрался в Юникорн, да? Не знаю. Так, Белина. Так. В смысле не знаешь? Ну, в смысле? Так, парни, держите дверь. Так он... Там выхода нет другого ведь? Нет. Да-да, этому городу звезда. Опять ты? Да, но мне прессу не предлагали, я сказал нет, не хочу. Чего тебе предлагали? Чтоб я присунул это, Алекс. Я сказал нет, спасибо. Не хочу, странное заведение. Можешь меня докинуть до парковки? Ой, до ЛСК, точнее, у меня там машина. Ну, поехали. Зима. Тут какое-то заведение разрядно. Не хочу сюда ходить. Че, рили? Все, надоело? Да в смысле, я же Мистю люблю. Я вообще предложение собираюсь скоро делать. Блин. А я туда ради тебя приехал. Не. Там что-то меня уже домогает, не, в жопу. Понятно.
Хочешь, поехали, не знаю, там, на охоту? Да не, он сбежал с горшками. Я успела заскочить в него. Вообще же, знаешь, что можно в планете там находиться? Да, да, знаю. Да съездим как-нибудь. Я не знаю. Ну, окей, мало ли. А то многие не знают об этом. Не, я сейчас, не знаю, минут на 10-20 заеду в Юникон, посмотрю, что творится. Ой, так и скажи, что ты приехал к своей любимой, господи. Ой, не представляй. Потискаться. Не знаю. Ну чё, вы классная пара. Хорошо вместе смотрите. Мне же будет здорово. Ну да, ну да. Чё, спасибо. Угу, до скорых встреч, да, там аккуратней. Пока-пока. Подъехали к Юникорн. Нортон вроде зашел только что. Он рядом со мной сидит, как он мог зайти куда-то. На парковке возле Юникорн. Уехали. Проезжаем МЦ. Ой, я надеюсь, там музыка не херачит. Эй, ну где вы? Какое-нибудь грязное, нет? Здесь? А? Здесь сейчас будет красота. Вы решили нас посетить все-таки? Ну так, да, не надо. Ну, мы двигаемся по бульвару. Что у вас тут? Опять выступление, что ли? Ну, я не знаю, а скорее всего она будет просто танцевать сегодня. Ага, понятно. Вас покормить, напоить? Не-не-не, ничего не точно? Хочу. Точно? Что вы ни разу у нас не кушали? Что там, в городе, тихо? Да я как-то не голодный обычно. Да. Слушай, Алекс, можно вообще тебе это? Да. Ну, понятно. Если ты хорошо, вдруг, ладно, не буду вас кормить, как хотите. Все в порядке? Да, в порядке. Ну что? Что ты можешь предложить? Ну, что? Что, я не знаю, иди, развлекайся. Ну, хорошо, а ты работаешь, да? Нет, это фигня. Ну, я не знаю, как бы, зависит от того, что ты хочешь. С чем? А ты чего хочешь? Не знаю. Вообще? Ну, может быть, знаю, но... Но... С чем еще раз? Ну, так это не работает. Что? Не работает у тебя, пошли. Едем мимо парка. Да ё-моё, этот цветок. Блин, что-то у вас тут громко как. Ну да. А. Там нормально. Да, здесь намного лучше. Вы заехали на парковку ПД. Да как дела? Вот видишь, пытаемся всю публику, так скажем, заставить полюбить наше заведение. Но это что-то очень-очень-очень тяжко получается все, если честно. Угу. Ну, понятно. Вот. Но, однако, я думаю, то, что все должно получиться. По поводу? Ну, я надеюсь, что у меня получится заработать много денег, потому что я талантливый организатор и владелец клуба, как-то так. А, понятно, да. Об этом. Ну, видишь, теперь тебя никто не преследует, так что все хорошо. Ну, а что с этим, что с ним случилось? Да, все, в тюрьме он. В тюрьме? Да. Он признался во всем? Ну, федералку его посадили.
нейтралку, серьезно, там еще какие-то что ли были другие дела? Ну, слушай, я не занимался, надо детектива спрашивать. Угу. Так что вот. Блин, я себя чувствую вообще некомфортно, когда нахожусь в этой. В этой форме рядом. Ну, пойдем, переоденешься. Да. Подглядывать не будешь? Не-не-не-не. Ну, хорошо. Ладно. Блин, забанят, короче, эту хрень. Вау. Все, переоделась? Да. Отлично. М? Так комфортнее, да? Так лучше. 100%. А мне тоже так кажется. Слушай, кстати, ну, у меня вопрос такой. Там вот девица стоит у этого, у бара. Ты знаешь, кто она вообще такая? А, девочка у стойки. Ты про эту? Она, я не знаю, у нас ее Изи зовут вроде бы. И она хотела начать работать в заведении в нашем. Но она работает таксистом параллельно. Что-то, короче, я не знаю, я их оставила немножко поработать, пока спала. Вот, и что-то непонятно, они куда-то слились, я выхожу, никого нет, как бы деньги непонятно заплатили им, не заплатили, в итоге они еще зарплату потребовали, вот короче, подумал я нафиг. Вот, угу. Понятно. Я с ней ничего не делал. А так больше ничего о ней не знаешь, да? А, больше о ней я не знаю, а что я могу о ней знать еще? Не, ну просто, мало ли. Она странная просто какая-то. Ну, она странная, да. У нее еще есть дружок, он такой же странный. Я говорю, как бы, ну, я просто всегда пытаюсь максимально открыто к людям относиться. Угу. И, ну вот, и они меня немножко вызвали какое-то сомнение на тему того. Просто дело в том, что произошла еще такая тема, то что ее вроде как знает один из наших работников, да, он когда ее увидел, вот мы как раз обсуждали планы нашей вечеринки, да, вот, я хотела, в принципе, их позвать сразу, чтобы они нам помогли реализовать это, вот, но, как бы, ну, я у него спросила, как можно ли им доверять, он сказал, что, типа, ну, типа, не знает, вот, я думаю, то, что это было не зря на самом деле сделано, угу. Понимаешь? Понимаю, ну, ладно, спасибо за информацию. Вот так, я не знаю, мне кажется, что просто они в поиске бабок, как бы, и особо не это. Ага, ну, собственно, как и все в этом городе. Ну, да, всем, да, всем как коктейли не заказывают, ничего не делают. Угу, экономят, короче. Ну, да. Может, я все-таки накормлю тебя, м? Ну, возможно. Пойдем. Пойдем. Ау, блядь, у меня тут беда, хелп. Блин, да сраный цветок. Че не хочет говорить? Контакты гонщиков. Короче, видите, вот эта девушка, красивая красавица стоит, да? Где, где? Ну вот, рядом с вами, по левое плечо от вас. Так. Я ей говорю, что ее красоту прятать нельзя ни в коем случае. Угу. Надо ее заснять в эротическом журнале. За 100 тысяч? Да. Так, ну что? Давно пора, да. У нас да. Готовят очень можно вкусные сосиски вместе с картошкой фри. Нельзя. Нельзя. Как ты на это смотришь? Ну да. Мы с тобой контракт подпишем вообще-то. Я думаю, что ты не пожалеешь. Отлично. Слушай, мне с тобой сложно работать. У меня есть 3 модельки. Я лучше с ним буду работать. Чё ты мне этот, в конце концов? Ну, Арчи, конченый придурок, ты где? Ну, предлагай. А кто у вас, кроме доктора, главврача этого? Ладно, жду. Ну, 3 медсестры вот эти.
А, подожди, три медсестры, ну, главврач, две... и он еще, кстати, Билли тоже готов. О, и она там нагревает гриль и включает культурницу. А, и вот, она тоже это хотела. Пять. Ну, заплатишь деньги вперед, я соглашусь. Ну, точно соглашусь. Деньги я потом... Аля, мне девушки 100 лет уже не готовили. Нет. Я уже не помню, когда последний раз это было. Я тебе даю контакт с игольчиком. Я готовлю. А что ты голый фотографируешь у меня. А 100 тысяч где? Потерялись это вот. А у нас бартер. Кладет сосиски. Скачивайте. Нет. Что у них там творится? Это в твоих интересах. Ты что, не веришь? Думаешь, я тебя опрокину, что ли? Блин, я их не вижу. Это да, может быть. Вот и все. А что, какой аванс тогда я получу? Аванс? Как дела, ребята? А какие у вас контакты? У меня есть чат с ними. С гонщиками? Даш, ты на кого залетаешь-то в итоге? Ну так там вот... Мама разрезает сосиски сердечком и кладет картошку на тарелку. А 100 тысяч? Ну что, держи. А мне-то это не надо. А мне 100 тысяч надо. Благодарю. Тогда надо, чтобы она снялась голая. Сейчас, секунду. Так, ты горячий, не обжгись. Ну я буду аккуратен. Так, а, ничего, меня, а у меня здесь это, тихо, подруга. Алекс, ты только не забывай, пожалуйста, дорогая моя, счета выписывать, хорошо? А они ничего не пьют, они болтают. Ну, так, ты замотивируй их. Хочешь выпить текилу с моей груди? Привет, как дела? Да, пойдет. Давай, что, будешь пить текилу с моей груди? Хочу в мехе. Ну как? Решай сама. Они из слушай, ну, пока очень тоже вкусно. Попозже, может. Виски. Особенно пола. Вот сервировка попозже, мне понравилась. Королева танцпола. А, вернулась. Да, я просто королева, королева сортировки, мне кажется. Ну, да. Музыка у вас тут долбит, пипец, оглухла. Сортировки. А слушай, она, на самом деле, Билли, наверное, надо просто как-то намекнуть. Сейчас, секунду, я намекну о том, что музыка очень все громко. Витя. Добрался до ящиков шаксу. Колу давай, да. Давай, Ленис, пока ночью. Ну ладно. Слушай, Ари, я сейчас подойду. Давай, я тоже на секунду. Подожди, стой. Да, да, чё. Иди сюда. Иду. Не, мы с Кларой приходили сюда. Там, потому что не только наряд нужен. Там ещё кое-что надо делать. Ну я знатно посмеялся с твоего наряда. Теперь можешь идти. Пошёл. О, ты вернулся. Он меня заставил. Да ладно. Слышь, ты здорово. Там не видел Нортона? Здорово. Кого? Нортона. Не, я в ПД не был. Я переоделся еще. Я понял. Хорошо, спасибо. Бесплатно, да? Блин, хочу себе такую кофту в ИРЛ. Шакс. Ля Шакс. Ля Шакс. Шакс. А мой закрыт? Ля. Может турнуть у него тачку-то, а? Да, как из кино вышло, согласен. Блин, блин. Я тоже думаю, спрятать может. Блин, жалко, Техас не стримит. Блин, почему этот объект нельзя удалить? Просто развернуть? Давайте, давайте.
Короче, да, жду, мы не знаю. Блин, ты играл на копе когда-нибудь? Что, если у тебя есть опыт, тогда бы я бы хотел бы, чтобы ты... А, играла? То есть у тебя опыт есть. Во, отлично, теперь тиховато, там нормально, я тебя не слышу, это музыка. Как всегда, медик. Красавчик, говорит. Может вас угасить чем-то? А, да не, меня уже Ари угостила, спасибо. Алкоголя много не бывает. Да, не, я сегодня не пью. Виски. Не-не-не. Текила. Нет. Ром. Ягермейстер. Слушайте, вот если бы тут был наш детектив, он бы вот вас послушал, а я не хочу чего-то сегодня. Детективы не возбуждают, а вот мужчины с хорошей стрижкой в очках особенно. Ну, он тоже так ничего выглядит. Выбирайте, или приват, или алкоголь. Так, слушай, нет, Алекс, не хочу, спасибо, серьезно. Тогда свидание. С кем? Что? Так, слышишь, Алекс, это мой клиент. Ой, иди, все. Иди погуляй, пожалуйста. Да, спасибо. Ой, большое. Что вообще? Она что, ревнует? А? Ревнует, что ли? Да нет, ей просто как бы это... Видит... Короче, неважно. В общем, падкая. Падкая на офицеров. А-а-а. Женщина. Да, очень. Понятно, понятно. Ну, в принципе, она не одна-то такая, поэтому... Да... В вашем заведении все такие, походу. Почему все? У вас же тут две. Ну, а Билли... А, не, ну, да, не женщина. Ну, забыл, что она у вас тут работает. Да. Она вроде как бы не была замечена. Да и Алекс, в принципе, тоже, на самом деле. Это она... Ей нравится, но... Она как бы это... Ну, держит себя в руках. Или, может быть, ей не хватает... каких-то внутренних качеств для того, чтобы привлечь офицеров. Угу, я понял. Или чего-то еще. Понятно, понятно. А чего, вы там поймали всех стрихрейсеров? Да, конечно, если бы. Они слишком жесткие пока. Но мы работаем над этим, как всегда, собственно. Че, может, как-нибудь все-таки это получится взять тачку? Погонять-то. Я никогда не сидела за рулем такой тачки, если честно. Слушай, ну за руль я тебя не смогу посадить. Она очень сложная в управлении. Жалко, жалко. Ну ладно, может быть, когда-нибудь я заработаю много-много денег и куплю такую тачку. Или я. Ну, тебе придется, думаю, очень долго работать. Нет, все-таки это не бизнес. Ну, вообще, либо да. дождаться пенсии. Я думаю, я раньше заработаю. Думаешь, раньше? Думаю, да. Мой перс похож на персов девушек наших, то, что пришлось переделать. Понятно, понятно. Ну. Пойдем сейчас чем-нибудь напою безалкогольным. Ну, пойдем. Так, ну, есть, короче, в общем, варианты. А, есть сок, есть энергетический напиток, есть холодный чай, есть содовое. Что будешь? Давай чай. Окей. А ты что, не смотришь, как Билли танцует? Да, только что смотрел, стоял там. Пока Алекс не подошла, и ты. А, молодец, талантливая девчонка. Да, согласен. Думаю, ее надо повысить до кого-нибудь. До кого? Ну, не знаю, может быть, типа ивент-менеджера что-нибудь в этом духе, чтобы она организовывала тусовки. А, ну, кстати, хорошая идея. Она вроде способная. Держи. Ага, спасибо. Чем вы там смеетесь? Я тоже хочу. Наверное, там нормальный тусовка. Еще, может, пойдем тоже? Или тебе громкая музыка слишком? Да, слушай, ну пойдем, ладно. Пойдем. Вообще-то да.
мои так вообще вибо-абонемент. Гугли запершил. Так, всем усатым мужикам на заметку. Ждёшь? Угу. Не переживай, меня не украдут. Ну, мало ли. Пойдём. Да, у него отрастки. Да, пойдем, ладно, пойдем. Вдруг случайно. Черт, не успел. Мне не интересует. Фила, куда опять шаг свалил? Тогда будет здесь танцевать и привлекать тебя. Я не знаю, не могу сказать. А он куда-то с этой... Алекс, Алекс, мне кажется, что вот эту вот афроамериканцу в очках, фиолетовую кофту можно утащить на привод. Нормально. Каком? Вот этого. О, господи, попробуй, мне кажется, что он тут... смотрит на меня не особо, он доволен по его физиономии. Да, он какой-то жесткий. Здрасте. Здрасте, молодой человек. Здорово, приятель, чего? И вообще-то я не приятель, между прочим. Я девушка для начала. А чё у тебя усы тогда? Потому что усики, это пропуск в трусики, ясно тебе, уродец? Как-то вы грубая. О, мой бог. А чё это он мне грубит? Так, Алекс, клиентоориентированность, не забывай. Да. Извините, пожалуйста, давайте пройдем в приват, я сделаю охерительный мини-етик, не хотите, а? Алекс, мы не оказываем физические услуги в нашем заведении. Извините, а, да. Мини-етик отменяется. Все, я пошла за бар. Мушак, что тут чайник птеродактиля пропустил. Да-да. Тебе не сложно с ней? Да, сложно, но ты же понимаешь, я же не могу удержать человека, который хочет делать всем миньет вокруг, как бы, о том, что она этого не делала. Это же, как бы, ее, видимо, физиологическая потребность. Ой, жесть какая. Ты смеялся сейчас на Игоре, что ли? Хорошо. Ты мне показалось. Задница? Да. Чё там? Шакс, ты чё там угораешь? Да у нас своя волна. Тебе не понять, ты слишком правильный. Блин, Арья, Арья. Ты чё материшься? Арья, Арья. Я не. Арья. А? Ещё и ржёшь. Какая у тебя проблема? Я хочу сегодня какой-нибудь мужчину. Так кто, это я, что ли? А никто не принял. Шакс. Ты уже всех попробовал? Да. Хватит ржать. Всё, я молчу. Мне кажется, у нас реально птеродактили извелись, короче. Может быть, это типа эти мыши летучие, нет? Хватит ржать. Это Фил. Да как это Фил-то? Ну так. Я не могу смеяться. Я что, перепутаю твой голос с его голосом? Это изи, вон, смотри, сзади тебя ржет над тобой. Ну так может это, если не мальчик, так девочку. Алекс, все по старой наработанной схеме. Ладно, Джинбо. А тут все девочек разобрали уже. Все окей. Ну а вон ты... Шакс, ты что-то шепчешь. Ну, поднимите да, руку, кто свободен в клубе? Поднимите, пожалуйста, вашу клешню. О, я знаю, Ник свободен. Не, в смысле? Ну, петушок который. Слышь, сам ты петушок. Кто петушок? Ну вот он, петушок с гребешком своим. Солнышко, то есть ты меня... А у Алекс как раз есть крылышки. Нет, спасибо. На спинке. Ты можешь рассмотреть их подробнее. Ты можешь вечером. Я, пожалуй, откажусь. Как тебе? Он согласен. Он просто скромный. Если надо, я заплачу. Ты хочешь, чтобы я массаж тебе сделал, да? Ник, я плачу тебе. Он берет приват. Бери его, я плачу. Сколько? Не вопрос, работа и с работы, пройдемте. Сколько с меня будет? 2000. Хорошо, сейчас снимем. Не-не-не, слышь. Так что, угомонись, бля. Фил, заканчивай. Сука. Чайник тоже не забыл. Охрана, сломать ему ноги. Что? Как ты с ними работаешь? Весело на самом деле. Я не знаю, мне кажется, то, что в вашем полицейском департаменте не намного веселее в этом плане. Точнее, не намного грустнее в этом плане. Ну, не знаю. Побывала там танцор. Просто цирк. Там цирк еще тот. Ну, я, конечно же, надеюсь, что... Я там не побываю. Ну, если вдруг... Ну, я же там не буду проводить весь день. А, весь ну, день там, да. Мне кажется, можно проводить, только находясь за решеткой. Я как будто не хочу, и да и не за что. Ведь этот Шакс, конечно. Понятно. Купидон чёрный. Вот Денису начал, одна встала. Вот этот музончик начался. Да. В жопу Гектора. Мне кажется, там девочки уединились.
На приват. Интересно. Ну что такое бегун? Хочешь посмотреть? Че, там в итоге это Изю отправил. Этот отказался. Ты че отказался? Да иди в баню, блядь. Почему? Ну че, нормальная баба. Ну иди сам тогда. А мне нельзя, мне Мистя заревнует. А мне кажется, тебе нравится такой, не? Блин, шеф, ну, что делать? Я стакан крови. От тебя крови еще может быть. Может да быть. Да выкинул вроде. Что-нибудь придумал. Да нет его. Окей. О, теперь нет, ну. Зачем как ты нам? Я пойду тебя ретермядовы подкрепиться под голосом. Пойди, он вместо телефона у меня был. Шакс, а где Мистя-то? Она в ссоре, типа, вот, в разъезде небольшом. А-а-а. Понятно. Как что она его из дома выгнала. Ну да, да, да. Походу. А теперь я живу в твоем номере, кстати. Ты просто об этом еще не знаешь. В моем? На, ты уходишь на работу, я в него захожу. Через окно. Ой, блин, все рассказал. Как же жить дальше? Кстати, мы этой ночью спали вместе. Я просто рано встал и ушел. Иди, ты знаешь куда? А че, я на туалете спал? На унитазе сел и спал. Какая разница где? Я, кстати, посрал не смыл. Да что за не так? Я всегда. Кружок поинтересен. Там, возможно, засорило. Кружок поинтересен. Кружок нам бабы запрещают на такое смотреть. Так много срал? Очень, вообще запор после вчерашнего. Ладно, все. Я бы не советовал тогда возвращаться обратно. Там просто дьявольская бомба. Пришли в клубы стоять, чё стоят? Как на Кабальской войне. Ой, не то. Ну что, нормально все? Да. Поела, попила, сознание не потеряю, надеюсь, больше никогда. Мне кажется, я даже стихотворно начала говорить. Есть немного. Мяня. Я сегодня не знаю, как уставший, не знаю, наверное, пойду. Слушай, спать. Я, да, что-то я вообще выдохся. Мальчики, вам там немного... интересно друг с другом болтать, чем на девочек смотреть? Ну, видишь, хотя бы приехал, а то ты все волновалась. Ну да, потому что, конечно, это как по-другому. Да, я тут. Вот. Но на самом деле я уже сейчас поеду. Мне надо отдохнуть перед завтрашним днем. Могла бы уже выучить, что тут анимка есть. А кто стрелял? А что завтра? Капитан. Да, слушай, у нас завтра там эти... Будем ловить стрит-рейсеров. У нас каждый день с ними проблемы. Ну да, тогда действительно нужно отдохнуть. Да, а то реакция фиговая будет. Еще разобьюсь. Ты будешь ко мне в больницу приходить? Я, мне кажется, заберу, наоборот, и буду ухаживать. О, это так мило. Конечно. А ты справишься со мной? Я думаю, что я найду вариант, как это сделать, поверь. Ну... Это хорошо. О, да ладно, серьезно? То есть, когда приходят сообщения в Твиттер, они вот так вот выглядят, да? Что-то я просто пропустила немножко. Слушай, этот момент. Вообще в телефоне Твиттер был. Да, вот эти вот уведомления, то, что сейчас пришло, это разве... Ну, это, я думаю, что-то из грани фантастики. Знаешь, там, фильмы Джеймса Кэмерона. То есть, это как бы, типа, нестандартная практика отправки. Я думаю, отправки. Что да. То есть, так, типа... Ни у кого не получится сделать, да? Ну, наверное. Ну, не знаю, попробуй что-нибудь напиши туда. Да, нет, это я все, знаешь, это рассматриваю вариант раскрутки клуба, и поэтому мне приходится... Да. Тебе надо с репортерами поговорить, они там... Ой, с репортерами у меня уже был, как бы, этот, между прочим, рекламный ролик. И как? Ну, видишь, мне кажется, у нас сейчас, наверное, половина города точно находится в нашем заведении, да? Ну да, да. Все-таки не так все плохо. Я просто сначала подрастроилась в начале вечера, потому что было действительно очень плохо. Сейчас, смотри, все подошли, и все вроде хорошо. Ну да. Действует акция накормить. Не-не, Твиттер не запрещен. Ну ничего, я сейчас, наверное, тогда это, типа, раздам всем зарплату, тоже, наверное, поеду спать. Ну давай тогда, ладно. Завтра увидимся. Естественно. Ну, отлично. Давай-то, удачи. Бля. Солнце, у тебя тут самка помирает, ты не хочешь ее накормить? Боже, что у меня там происходит?
боже, про меня вспомнили. Я тоже буду скучать. Давай, иди сюда. Так, ладно, пойду я бабонек своих сгоню. Давай. Зарплатку передать. Пока-пока. Пока. Усюка. В смысле? Нет. Блин, почему у меня опять заполнился сообщение? Ты сегодня какой-то странный. Да не, нормально. Блин, надо, короче, все переписки удалить, я понял. Чистить все переписки. Вообще, блин, я бы форматнул телефон, он у меня не работает нихера. Ой. Короче, это, Даш, у нас как бы Твиттер, вот. Вот он, видишь? У нас сюда надо писать, а не через ТВТ. Как бы. Да блин, не то нажимаю. Что? Пойдемте посмотрим на персонажа Даши. Она же сдавала на права, да, получается? Ну, значит, где-то здесь мы можем рядышком покататься аккуратненько. Посмотреть на нее. Блин, это офигенно. Ты чего? Гонишь, что ли? Где ты сейчас находишься? Так подожди, это ты стрим-снайпер, а не я. Ты же не на стриме. Да лол, я из тебя найду. Опа. Это... Что за медики? Да какие разговоры ночью? Я не хочу с тобой разговаривать, я хочу на тебя издалека посмотреть. Что началось-то? Шакс, походу, даже не заметил. Ты все-таки пошла, короче, пойдешь на механиков, да? Грусть. Я думаю, у нас хороший коп появится. Возможно, даже офицер. Ну тебя тогда, я так понимаю, в ЛСК возьмут, потому что там народу сейчас мало. Потому что в Беннис там вроде нормально, хватает народа. Блин, что же мне с телефоном-то делать? Блин? Да не хватает копов. Какие ремни на мотоцикле? На мотоцикле нет ремней, алло. У меня просто столько номеров, блин, и я не... Он, короче, сейчас на бумажку выписал, сейчас мы вот этим займемся, кстати. Ой, у меня просто реально до хрена телефонов, пипец. Да у нас мало копов, ребят, я серьезно говорю. Да ёпты. Может, предложить ей жить вместе?
чат. Ты на меня хайду, ибо тут есть персы, похожие на мою попу. А-а-а. Что, все так сложно, что ли? Марий, кому же еще? Вы еще кому-то, что ли, предлагаете? Не знаю, Нортону предложить жить вместе? Я, короче, буду с этим. Надо будет Шаксу предложить. Ну, в смысле, Техасу. Отыграть, короче, плохих парней. Мне кажется, у нас с ним вообще отлично получится. Покажи Твиттер. Подожди секунду. Сейчас, да, я запишу все номера. Блин, я вот не знаю, зачем мне Дэвиса номер. Я его на бумажку запишу, но по телефону не буду сносить. Вот Грейс мне тоже я не пишу. Блин, что пишу? Фейт. Грейс. Да в смысле принтскрин вы гоните? Я тут буду это каждая хрень скринить. Мне лучше на бумажку мне легче. Так, вот Андерсон. Не помню, как его зовут, правда. Вот охотник мне, кстати, не нужен. Фил 50, 119. А, Шакса я уже записал. 78. 78,5. Так. Твиттер, вот. Вот он, Твиттер. Сюда пишешь, там как-то можно. Топ-твиты. Вот, твитнуть. И всякая хрень. Я, кстати, даже не залогинен там, оказывается. Назад сначала. Что? Вот. Твиттер. В телефон зайди, господи. Твою мать. Да ёпта, сука, телефон. Где стреляют? В ПД стреляют? Лол. Интересное кино. You look like you've been working out. Sure. Ух ты ж, ёпта. Подождите-ка, это у меня теперь всегда так будет? Да, блин, что за говно? Ну? Песта! Дудос удался. Ну, это багуля, что бывает. Ты какая-то... Я не знаю. Ладно. Hello. Писец. Сука, не работает. В
Куда я стреляю-то, лол? Говно. Медиков мало. Медиков мало? Вы видели, сколько там медиков? Их больше, чем копов. Не, принтскрин, но не быстрее. Понял? Из-за модели телефона? Да не, вряд ли. Слушайте, там что-то стрельба... Так не поеду, короче. Не, у меня я снимаю хату. Завтра стрит выходит, а там одни трупы, да. Пипец, блин. Не успел. Синер стрит. А, ну да. Блин, что, поехали туда, что ли, съездим? Не знаю. Не, нафиг надо на мотоцикле. Да, кстати, можно в телефон написать сейчас. Да не, я... Блин, ладно, все, короче. Не хочу никуда ехать, мне надоело, я устал. Дай. Сейчас я... Пусть вода тебе будет пухом. Что у них там веселое творит? ПД. Помни, главное не на лицо. Ну, хватило на сегодня. Ну, они там развлекаются, короче. Сейчас, ребятки, секунду, подождите. После... Я отправляюсь в страну оленей, или как это там? Форматирование телефона. Все стало вот так. И все равно я не вижу фотографий. Помогите, полозе. О, нет, шакс. Здорово. Угу, привет.
Фокс закончил службу. Не подкинуть? Не-не-не, я все спать. А, ну там спокойной ночи. Да. Давай спокойно. Че, телефон вообще не работает? Mm-mm, фотки, короче, не присылают. Ну смотри, я тебе фотку такую прислал, типа, из телефона сфоткать. А если когда тебе с интернета, либо там что-нибудь еще. С интернета нормально, ты мне присылал, да. Работал. А вот фотки, которые просто фоткаешь, не то самое, не того. Ну это хрень какая-то. Да я вот не знаю. Вроде у всех все работает, я фоткаю, присылаю. Я вот знаю, что у всех работает. Я за такой проклятый. Уже на втором телефоне. Блин, ну хз. Ну будем разбираться. Я чувствую себя Питером из Гриффинов. Давай, пока. Вызывайте кого-нибудь, пожарных, медиков, я не знаю. Короче, я застрял в воздухе. У них там веселуха. Я написал. Сейчас еще работать идти, блин. Опять вот дотянул до последнего, блин. Столько времени было, чего не работал. Стримами занимался, готовился. А, блин, чего мне не сказали-то? Твою мать, что экран. Так вот, я там службу закончил, в общем. Да. Да я не знаю, блин, походу Бескрыл плюнул мне в телефон, блин. Вот это сейчас называется, я лежу на кровати и втыкаю в телефон. А прикиньте, люди после такого контента женятся, семью заводят. Не, я ни на что не намекаю, мне... Ну, мимо вообще занята. Я просто знаю много случаев, когда вот реально после этого самого, ну, в РП люди знакомились. Да не, не буду предлагать. Не хочу. Пока рано. Да, это и немножко заруинит, я думаю, как его, РП. Чего дашь? Я не про это, да. Я про люди, ну, они играют, знакомятся в РП, потом начинает РЛ общаться, а и там дойду, тут недалеко. Встречаются. А я пойду переоденусь. На Амейзинге там много, там, я что-то там, три пары, по-моему, знаю таких. Не, у меня-то нет никого. Так что. У меня сейчас вообще времени на ИРЛ нету, блин. Реально. Вообще. У меня, блин, работа, стримы, работа, стримы, блин. Если у меня еще сейчас начнутся отношения какие-нибудь долгоиграющие, то все, это я вообще сдохну, наверное. Нет, я не спорю, как бы, может и хочется, но просто времени на это нет. Так развязка с Ари будет или
Ми-ми-ми, все кончится. Не знаю, посмотрим. Пойдет, ребят, смотрите. Я же вам уже говорил. Джим сейчас немножко на перепутье, потому что он как бы и под прикрытием, и как бы вроде ему она и нравится. Понимаете? Я покручен любой девушке могу мозг заебнуть, так что. Это рай. Рай чудес. Ленкоградин смену закончил. Будем 20 минут закончил. А я не закончил, но видимо закончил. Я супергерой сказал, что я смену уже окончил. Упертый. Да нет. Я РЛ всегда добиваюсь, чего я хочу. Ну, Джим на самом деле тоже такой же. Но он еще не знает. Он думает, у него непонятная ситуация. Двоякая. Просто смотря, она будет решаться уже в ходе РП и как пойдет. То есть, если... Если все пойдет хорошо, то будет продолжаться. Если все пойдет плохо, ну тогда уж извините. Так. Еще 6 минут у нас есть. Админы, почините мне телефон. Я хочу, чтобы все было хорошо. Пожалуйста. Да какой свадьбы? Не будет никакой свадьбы. Успокойтесь. Ну, вы понимаете, что она преступница. Я как бы коп. Притом такой, ну, хороший коп, который как бы, ну, не косячный. И как бы связываться с криминалом он не собирается. Как бы, ну, если... Получится так. Ну, в РП же в любом случае ее будут это сажать в тюрьму. Обвинение, там все такое. И он очень сильно, как бы. Она узнает о том, что я делал там. И там уже будет все намного интереснее. Бля, тут интересно нельзя залезть, наверное, да? Не, нельзя. Я хотел, кстати, одну вещь протестить, сейчас протестим. Тут, в принципе, везде эти самые есть лестницы. Игл. Игл. А, нельзя, да? Понятно. Парковку видно, кстати. Ой-ой. Тихо. Блин, ни хрена тут, кстати. Сюда парковку видно, кстати, ребят. Прикиньте. Танюх, спасибо за рейд. Я его сейчас тоже заканчиваю. Ну, всем привет, кто от Танюхи.
Бля, смотри, все, залез. Блин, если я сюда залезу, мне придется оттуда прыгать. Нет! Фу. В смысле, на что тут рэкдаун? Ты уже успела впилиться во что-то, что ли? Рэкдаун там у нее. Встать, а X нажми. Ну, смотря при каких обстоятельствах ты упала. Ну, вообще X, если у тебя там анимка какая-то. Так, ладно. Люблю тебя, Петра Творенье. Кэтсон, понятно. Прикольно, хорошо, да, хорошо. Не можешь долбанный акт в Твиттере зарегать? Ну, там вообще просто все. Так, что, ждем ответа? Давайте, еще 2 минуты у нас есть. А, кстати, да, может, у тебя там это, еда кончилась. Если у тебя индикаторы появляются еды и воды, то надо жрать уже. Возможно, перезайти надо. Все, пошли спать. Такс. Вот, ладно, ребят, все, всем пока, всем доброй ночи, спасибо, что смотрели. Ну, сегодня так лайтовенько было. Завтра будет веселее, я думаю. Все. Пока-пока. Смотрите стримы. Если вам понравилось, нажимайте follow, вступайте в паблик ВКонтакте и наш Discord. Ссылочки все в описании. Все там найдете. Также можете оформить платную подписку, которая сейчас стоит всего лишь $2.5. Все. Пока-пока. I just want you. I just want you.